Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители. Мы начинаем нашу трансляцию с волейбольной арены «Динамо», где сегодня состоится настоящее гандбольное дерби, гандбольная эль-классика, как его называют, потому что сегодня встречаются ЦСКА и чеховские медведи. Это первый матч полуфинала. И, как всегда, работает наша студия вместе с гостями, с которыми мы обсуждаем важные вопросы, настроение перед этим матчем и статистику. Работаем до матча, в перерыве и после него, надеемся, обсудить итоги. И студия у нас сегодня обещает быть жаркой, потому что у нас в гостях менеджер мужской сборной команды России Евгений Гостев. Добрый день. И тренер, главный тренер наших академиков Владислав Космодемьянский. Всем добрый день. Здравствуйте, дорогие гости, как у вас настроение? Ну, в предвкушении праздника, да, потому что эти команды не оставляют быть равнодушными в этом сезоне. Поэтому предвкушение праздника и битвы, наверное. Да, так, такое гандбольное пиршество. Вообще, как бы в этом сезоне мужской гандбол, да, российский, он подарил нам очень много соперничеств, достаточно серьезных на всех уровнях, да. То есть у нас серьезная борьба идет и в суперлиге, и в высшей лиге. Молодежное первенство до сих пор до последнего тура, как бы непонятно, да, чем закончится сейчас. Вот, это очень хорошо, потому что, получается, все команды подтянулись, да, по уровню мастерства. Поэтому остается только наслаждаться. Да, стоит ли напоминать нашим опытным зрителям, насколько плотно и близко шли команды в этом сезоне в личных противостояниях, ведь все заканчивалось даже не на последних секундах до сирены, а уже после сирены. И я себя поймал на мысли, что, наверное, если бы смотрел в записи эту трансляцию, не зная результата, то, наверное, сначала, как в некоторых фильмах показывают, отмотал бы на концовку. Для того, чтобы посмотреть, чем же дело закончилось, вот этим вот зарядиться, а потом уже смотреть весь матч. У вас есть ощущение, что приблизительно по такому сценарию, очень близкому, очень напряженному сегодня будет игра? Или вы видите какие-то обстоятельства, ввиду которых, но может случиться рисунок игры, не похожий на то, что мы видели в этих... Знаете, Андрей, я бы не загадывал, потому что, допустим, если взять регулярный чемпионат, да, команда Перми со Ставрополем, начиная со спартакиады, да, которая в Чехове проходила, задали такой ритм своим противостоянием, что я лично каждому тренеру, да, и Сергею Валерьевичу Горбаку, и Валентину Игоревичу Бузмакову говорил, говорю, мужики, если у вас будут все матчи такие, я готов подписку купить, чтобы смотреть такие матчи именно, потому что там одну игру они выиграли, другую другую, мяч в мяч, ничья, да, то есть там единственное в кубке, да, сейчас Пермь значительно превзошла, и то есть ожидания сейчас от матча, который буквально сейчас был в Перми, были очень высоки, вот, но, к сожалению, не знаю, что-то видно, чуть пошло не так, и результат немножко, я думаю, всех зрителей поразил, что со стороны Перми в хорошую сторону, они не ожидали, я думаю, столько много выиграть, вот, а со стороны Ставрополя, естественно, болельщики сейчас немножко расстроены, но я думаю, учитывая атмосферу, которую они на матчах все время создают, им не стоит опускать руки, надо поддерживать свою команду, а мы, как болельщики, как, не знаю, функционеры, будем наслаждаться. Да, 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 да. Сейчас, потому что правильно Женя сказал, что Ставрополь в спартакиаде задал вместе с Перми такой тон, что остальным пришлось поддерживаться. Но про это противостояние Чехова и Москвы, скажем так, что будет упорная борьба, упорная от начала до конца. Конечно, Чехов в связи с регламентом тем, что им надо здесь больше забивать. Мы помним прошлый финал, когда мы 6 мячей ЦСКА здесь выиграла, но 6 мячей проиграла в Чехове, и поэтому не хватило количества забитых мячей на чужой площадке. Поэтому а люди практически все те же самые, это будут держать в голове. Поэтому здесь сейчас, я так думаю, Чехов побежит, а ЦСКА должны этот натиск сдержать. Ну да, 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 с точки зрения логики, вообще полностью тактики гандбольной, я согласен. Поэтому здесь будет интересное противостояние. Разная бывает картинка в игре, но, конечно, в этом сезоне результаты максимально близкие. То, что вы говорите насчет отрыва, мне вспоминается игра 18 декабря, когда на 22-й минуте, во второй половине игры счет был 25-29, через 4 минуты 30-31. Да. То есть даже если одна команда уходит в отрыв, в
вторая все равно догоняет, набирает силы. И вот эти вот близкие результаты, это, конечно, безусловно, показатель высокого класса. За это мы и любим гандбол, да, то есть в отличие от других видов спорта, у нас количество голов достаточно большое. И если учитывать класс игроков еще, то нет ничего невозможного. Основные, как бы, как сказать, поражения и все, или там победы, это все равно в голове происходит. Поэтому даже если ты достаточно много там проигрываешь, не стоит никогда отступать, ну, останавливаться. И вот. Тем более регламент, опять же, я повторюсь, да? Тем более регламент. Надо каждый мяч тут цеплять первый бей. Вторая игра от ножа может уже идти свободно, и там надо уже больше играть. А первая игра еще, ты думаешь в голове про вторую игру. Надо загонять автобус, то есть, получается, и сушить? Нет, сушить 1-0 рано проиграть еще. И все. Сушить еще рано. Сушить надо во второй игре уже. Поэтому здесь... И у нас гандбол такой специфический вид спорта, что мы... Зритель может уйти за 5 минут, прийти, потом включить домой интернет, оказывается, другая команда выиграла. Да. Это не футбол, где уходишь, опять же, все если понятно. Вспомнить, какой, 16-й год, да, Лига чемпионов, да? Вест Хэм Кельце, финал. Я думаю, все любители гандбола его помнят, потому что, ну, там... Да, таких примеров куча и много, на Лиге чемпионов, и в российском чемпионате. Да. Когда вроде бы одна команда лидирует, ничего уже скучно становится смотреть, и вдруг все переворачивается, 2-3 минуты переворачивается, 2-3 ошибки, расслабленность, наказанность, все, вот он уже 1-2 мяча, руки трясутся, и вот она уже игра интересная. Конечно, даже, да, ты ведешь, когда концентрация – это основное. Я еще, знаете, на что обратил внимание, оглядываясь на результаты 21-22 сезона годов, 20-21, результаты были в основном до 30 мячей с одной и со второй стороны. В нынешнем сезоне мы 30-ку перекрываем. С чем это может быть связано? Соперники уже более-менее выучили друг друга. И все-таки вот это вот как раз предыстория и ожесточение, вот эта вот напряженность, которая есть, заставляет меньше оглядываться назад и идти вперед, вообще не думая ни о чем. Ну, все-таки один результат был 1 мая, 27-27. Это по пенальти было за 30. Да. А был результат 27-27. Ну, еще раз повторюсь, ребята знают друг друга очень хорошо. Тренеры знают друг друга очень хорошо. Стиль игры и манеру, и поэтому удивить уже чем-то невозможно в защите особенно. Поэтому здесь идет более скоростной гандбол. И вообще гандбол сейчас быстрый центр ввели. Ввели много правил, которые нападение дают возможности больше забивать. Поэтому для этого и делается зрелищность, чтобы люди посмотрели 60-70 голов за игру. Вот Владислав как раз сказал то, что я хотел сказать, что сейчас у нас очень сильно ускорился ритм игры вообще в целом в мире. Если взять ту же самую Бундеслигу, да, одну там из самых жестких лиг тоже, да, у нас сейчас идет, что команды очень много забивают и минимально уделяют внимание защите, хотя... Все мы знаем, да, что гандбол от защиты как бы вообще выстраивается. Если ты нас учили в детстве, да, Жень? Ну да. Вот. Если ты нацелен на результат, то ты в основном должен выстроить игру в защите, а там как бы забивать сейчас, ну, в принципе, у всех команды достаточно хорошо оснащены. Физически, технически, тактически очень оснащены, да. И защищаться труднее и труднее с каждым разом. Да. Ребята хорошо знают друг друга, но и вы неплохо знаете, ребят. Скажите, перед сегодняшним матчем с кем-то общались и будете стараться сегодня ни за кого не болеть персонально? И вообще, возможно это или нет? Я вот буквально перед матчем как раз команды вышли на разминку. Поскольку у меня в сборной команде, вот я сейчас посмотрел протокол, кто сейчас в составе. С одной стороны, у меня 10 человек, кто у нас в сборной команде, в расширенных списках. С другой стороны, 11. Я специально не буду называть, в какой команде больше, да, потому что там перетекающие, да, и те иногда вызываются. Вот, поэтому ни за кого. Я говорю, я смотрю, один человек, там, допустим, кто-то отбил мяч, я за него. Персонально я болею за каждого. Вот, а вот именно каких-то предпочтений, естественно, у меня нет. За красивый гандбол. Ну, я, соответственно, за ЦСКА буду болеть. Хотя есть воспитанники и в чеховских «Медведях». Да. Поэтому здесь это мой клуб уже. Я с самого начала в этом клубе. Поэтому, конечно, я буду болеть за ЦСКА и за ребят, которых я вижу, как они тренируются, как работают, как выкладываются, как переживают, в конце концов. Поэтому желаю им победы. Вот мы обмолвились, что игра становится с каждым годом более жесткой и плотной. Я когда читал ваше интервью прошлых годов,
наткнулся на некое интересное пересечение. Владислав, вы говорили, сетовали даже, я бы сказал, на то, что вот раньше у молодежи была более насыщенная жизнь, я даже процитирую, старались куда-нибудь выбраться, ребята, погулять, ну и приключения находили на свою голову, чего уж там. У вас, Евгений, в интервью вы вспоминаете, что вы воспитанник Волгоградской гандбольной школы из Красноармейского района. Я знаю, что такое Красноармейский район, я не оттуда родом, но был там. И был и на тракторном, и в многих других интересных местах. Рад видеть вас в живых. Да, я тоже праздную раз в год, у меня помечено грастиком. Ну, то есть, активное такое детство, оно способствует характеру и потом тому, чтобы проявлять себя в гандболе. Да, конечно. Я всегда говорю, что сейчас вот, если вот честно, вот по моей молодости, по Жениной, наверное, ну, мы шли и на улице проводили время. В коробочках футбол, зимой хоккей, баскетбол, даже иногда волейбол. Хотя он такой статический, нам хотелось больше подвигаться. Ну да. Всегда в коробочке. Я помню... Ну, гаджетов не было, гаджетов не было. Мама ругалась, да. Так это и отлично, что не было. А сейчас люди сидят, играют, и это приводит к тому, что мало двигаются, мало активно. А мы старались во дворах... Вот так стояли, смотрели из-за заборчика коробочки, да, и когда нас старший позовет, только один взглядом покажет, иди на ворота, все, бежишь, сломя голову и хочешь поиграть. Это уже воспитывало. Коробочки. А здесь приходится воспитывать уже спортивную школу, грубо говоря. Алексеевич, в Волгограде, в Красноармейском районе, коробочек. Они были, но я не застал. У вас обозначено много место, пустырей. Где была коробочка. Вот да, типа да, здесь да. Была коробочка, и все называют коробочкой, хотя нет, ее даже нет. Мы сами ее строили, я помню. Брали доски взаймы на стройке, а зимой заливали сами лед, шланг, и вперед заливаешь. Поэтому активный образ жизни, конечно, надо с молодежью надо больше менять. Ну, сейчас уже меняется. Я читал недавно новость, что... Некоторые рестораны запретили. Приходишь в ресторан, если телефоном не пользуешься, у тебя скидка там 20-30%. А ты со вторым. Не-не, они же, наверное, снимают, смотрят как-то. Но трейлера не обманешь. Вы же можете в рамках как раз сборов здесь доводить порядок. Евгений, вот как это устроено? Взаимоотношения с гаджетами, с общением, с какими-то другими отвлекающими... У меня же взрослые все, у меня самостоятельные все. Это когда молодежные сборные, здесь сложнее, да, я слышал, вот, ну, да. Я думаю, Саша Алексеевич подскажет, что как там некоторые убирают на ночь там телефоны, чтобы реально спортсмены отдыхали, восстанавливались. Но, как правило, ну, не знаю, как сейчас, очень хорошо, мне очень нравится, что в наших молодежных женских сборных очень сильно выстроена система именно... активного досуга, командного там тимбилдинга. Да, да, да. По-новому, да. Всякие, да. Раньше это коробочка называлась, а сейчас тимбилдинг. Вот, они там всякие рисуют, какие-то конкурсы, КВН, то есть там реально, на самом деле, вот если так, кстати, не знаю, если сейчас кто-то из Быстрого Центра или из каких-то других изданий смотрит, я бы наших гандболисток, да, уже состоявшихся там олимпийских чемпионок, опросил бы, что они именно делали в период пребывания в молодежных сборных и в какие у них воспоминания есть на эту тему, потому что реально там, ну, у них какие-то пантомимы, они еще что-то делают. Вот, у мальчишек в этом плане как-то все больше такой юмор, он немножко такой закрытый, да, то есть там все общаются друг с другом, там очень безумно весело. И все вот эти программы, которые сейчас вся молодежь смотрит на Ютубе, ЧБД, там, я не буду рекламировать, еще какие-то другие, да, это все присутствует в нормальной команде. То есть там ты слово сказал, тебе, да, в ответ 4 закинули, да. 3 туда, 3 сюда. Примеры из Мимино уже не проходят, только из ЧБ и всех остальных. Мы можем сесть и рассказывать не что было дальше, а что было раньше. И вот эти вот все истории будут очень плохими. Нет, я тоже запрещаю хотя бы на завтраках, обедах, ужинах. Да. Они не имеют права пользоваться, они должны общаться между собой. Не только не читать советских газет за завтраком, но и гаджеты. Сам беру пример, читаю книжку. Постоянно в самолете, в поезде. Чтобы они смотрели. Да, вот иногда путаю, что я уже прочитал ее, оказывается. Они думают, точно муляж, а там у него планшет. Не-не-не, книжки настоящие. Но вы рассказывали, что рекомендуете и воспитанникам художественную литературу читать. Да, вот конечно. Вот какие три основные художественные произведения, которые вы рекомендуете? Ну, это первое, вот, «Манифест великого тренера», это про баскетбол. Лобановского обязательно.
и одну из художественных литературы. Я считаю, что преступление и наказание для спортсменов этого Достоевского. Особенно наказание после неудачного матча. После преступления обязательно наказание. Чтобы даже предпосылок не было, чтобы сразу понимали, что потом будет. Что будет. Вы сказали о восстановлении, насколько это важно. А в процессе подготовки вот к таким напряженным огромным матчам, ведь мы знаем большое количество примеров, когда и не спят спортсмены, и другие проблемы. Вы можете рассказать об этом более подробно? Во-первых, о примерах такого напряжения, о том, как в основном профессионалы с этим борются, вот с игротской и с тренерской точки зрения. Ну, за сутки, вот я всегда советую и всегда сам делал, за сутки надо быть в той атмосфере, в которой тебе нравится. Чтобы тебя не приходило там, скажем так, жена не пилила что-то, да, там кто-то тебе плохого ничего не говорил. Тебе нужно ту атмосферу и тех людей, с которыми тебе легко и свободно. Вот когда ты проведешь этот день, ты с хорошим настроением выходишь уже. И ни в коем случае не надо загоняться, не думать уже об игре. Надо уже отпускать на сутки игру. Да, потому что когда об игре очень постоянно думаешь, очень часто даже спортсмены высокого класса, имеющие колоссальный опыт, они перегорают. Потому что у тебя не 60 минут игры, у тебя сутки и потом еще 60 минут игры. И как раз когда 60 минут, ты уже изнеможден полностью. Ты уже выгорел, да. Да. Поэтому... Очень часто это случается, вроде вот все, вчера делал спортсмен все хорошо, а сегодня все, что делал? Я вот здесь пересматривал игры свои, ну зачем? Ну да, да. Вот сам зачем это накрутил надо было, ни в коем случае. Покрутил, да. Все, надо уйти, освободить свои мысли, очистить голову. Да. Ты уже все сделаешь на инстинктах, на интуиции все сделаешь уже, все. Только послушай тренера в начале, перед игрой и в перерыве. Не, конечно, еще спортсмены, я каждый раз, когда с ребятами общаюсь, да, потому что, ну, я, к сожалению, не достиг такого именно уровня, как они все. Я говорю, наслаждайтесь этим моментом, пока вы в сборной, пока вы в клубе. Потому что это все очень достаточно быстро заканчивается. Спортивный век, он краток, да. Но именно ты в приятных всегда, в приятной атмосфере. На тебя приходят посмотреть болельщики, да. Там, не знаю, тем более, как раньше было и как сейчас, да, полностью все там экипированы, передвигаются там на лучших, проживают в хороших отелях, питание, все. Это реально кайф. Это начинаешь понимать, когда от этого отходишь уже. И такой приходишь, такой, куда-то в столовую в какую-нибудь, и ты такой набрал себе, и такой, так, что, платить надо? Подождите, стойте, я же как бы... А где тренер мой? Да. Тут же все это, и такой, ну ладно, и все. А это как бы, ну... Это круто. Спорт – это вообще очень классно. Конечно, намного все комфортнее стало и для спортсменов. Но я хотел бы обратить внимание на то, что и для зрителей гандбол, он становится все более привлекательным. Потому что, ну, сегодня просто великолепная арена, отличное сопровождение, ведущие, вот там девушки красивые встречают игроков. Приглашенные гости. Приглашенные гости тоже... Приглашенные гости. Бывают хорошие. Да, поэтому... Но будем надеяться на то, что все больше будет зрителей. Скажите, пожалуйста, в адрес наших возможных болельщиков, которые сейчас сидят и смотрят из квартир наш матч. Вот присутствие на стадионе что дает в сравнении с домашним? Это всегда кураж. Ты переживаешь... со спортсменом все эмоции, с тренером. И именно когда вживую это происходит, а не по телевизору. Поэтому я говорю, что я был на Лиге Чемпионов один раз в жизни был. Да. Но я это запомнил на всю свою жизнь. Поэтому когда вот ты сидишь, даже я сидел там под потолком где-то, самые дешевые места. На Ланцес-арене? Ну, да. Отлично. В Кёльне. Ну, такая атмосфера. На чемпионате мира такая атмосфера. И также здесь приходишь, атмосфера... Ты даже запах пота чувствуешь. Да. Это важно. По телевизору ты это не почувствуешь никогда. Никогда тебя слева, справа еще рассказывает много экспертов, тебе говорят. Не только их запах можно почувствовать. Но это еще и слышишь реакцию других людей. Да. Это нужно ходить на стадион. Конечно, атмосфера. По телевизору есть небольшие плюсы, когда там ты здесь находясь, не можешь увидеть какой-то повтор, спорные моменты, потому что специально не показывают, чтобы там болельщики команды не спрыгнули, не начали линчевать судью или еще что-то. Да. А с точки зрения атмосферы, ты можешь даже на стадионе чуть-чуть общаться с друзьями и чуть-чуть потерять нить игры, но если основная чаша, да, или там людей, еще масса начинает поддерживать, ты сразу включаешься в процесс.
Все меньше времени остается до начала матча. Мы с вами еще будем возвращаться, но сейчас давайте попробуем сделать некий прогноз на первую половину игры. Чего вы ждете от начала? Ну, какое оно будет? Ну, по крайней мере, осторожное или активное? Кто постарается забрать сразу инициативу? Я так думаю, первые 5-7 минут люди будут входить. Ребята будут входить, осторожничать, не ошибиться. Потом будет отрезок в середине первого тайма, где ЦСКА взорвется. И в конце подтянется Чехов. Я так думаю, мяча 2 с минимальным преимуществом выиграет ЦСКА. Александр Алексеевич, ты тайну никакой сейчас не рассказал всем телезрителям? Нет. А когда кто тайны? Там, с какой минуты кто взрывается? Это я по опыту. Это я по опыту. Да. Я бы так сделал, да? Да. Да. Нет, мне кажется, на самом деле, учитывая, кстати, я думаю, ребята все, кто сейчас на площадке, все в курсе, как сыграли предыдущие команды. И учитывая негативный опыт, опять же, возвращаюсь там к Перми, к Ставрополю, да, а сейчас будут осторожничать именно по пропускать, ну, по пропущенным мячам. Поэтому, да, первое время будут ходить, притирка, тем более это первый матч. Вот, во втором уже будет понятно, кто с какой позиции, как в Формуле 1, с какой позиции начинает. Поэтому сейчас... И чей вратарь быстрее включится? Та команда будет выигрывать. 100%. Вратарь полкоманды. Вратари там и там, да. Без вратарей невозможно. Вообще золотые позиции, знаете, это вратарь в гандболе и центральный защитник. Это просто так перспективно. И менеджер сборной команды России. Не, менеджер это... Менеджер в эфире, это да. Тоже секрет рассказал. Не-не-не, серьезно. Какие позиции детям идти? Да, дети, идите на позиции вратаря и центрального защитника. Вот. До 45, вот. Спокойно играть можно. Может. Ну что ж, мы ждем начала матча. Надеемся на то, что все наши прогнозы сбудутся. Желаем вам, дорогие друзья, приятного просмотра. И сейчас переходим к матчу. А в перерыве возвращаемся и обсуждаем все, что мы увидели. Будет жарко. Сегодня все, кто так долго ждали еще больше жарких баталий, их дождались. Я вас с этим, собственно, и поздравляю. После разыгранных уже трофеев этого сезона, и особо, наверное, запомнился всем разыгранный Кубок страны, который совсем недавно на этой площадке принимала московская команда как хозяйка финального турнира. И вы помните, чем закончился этот финальный расклад? В первую очередь, конечно же, драмы, но во вторую, хотя здесь местами, конечно, сложно эти важные вещи менять. В первую очередь Владимир Александрович Максимов из Москвы увез суперкубок страны и сделал это блестяще, на мой взгляд. Очень много споров, которые были здесь вокруг того, серия пенальти – это лотерея или все-таки психология и умение тренера вывести нужных игроков на нужную 7-метровую отметку. Владимир Александрович Максимов дал просто исчерпывающие ответы на все эти вопросы. И, собственно, герои того финала и здесь тоже встречаются в первом полуфинальном матче, но уже в рамках чемпионата страны. Ну, а тем интереснее противостояние этих двух команд. За свою историю ЦСКА, наверное, обрел в лице чешских медведей самого принципиального соперника. Я напомню, что
Команда ЦСКА была и финалистом Суперкубка, и финалистом Кубка России, ну а и финалы чемпионата России, которые приносили серебряные медали столичной команде, конечно же, по-своему занозой остаются в сердце. Ну и какие горячие сердца сегодня представят вам гандбол здесь, на волейбольной арене «Динамо». Мы совсем скоро узнаем, все к матчу готово. Вот на ваших экранах как раз-таки игроки ЦСКА, Данил Шишкарев в центре. Капитан команды, и он неплохо проводит свои матчи, не просто по сезону, но и последние матчи даются Данилу Шишкареву неплохо, поэтому желаем, собственно, результативности обеим сторонам. И, наверное, осталось представить арбитров сегодняшней встречи. Это Антон Семененко и Ярослав Стрелиный, представляющий город Волгоград. Ну и как мы уже привыкли с вами за последние сезоны, что к решающим матчам решающих турниров у нас по два технических делегата, поэтому, конечно же, с удовольствием и их представим. Это Олег Тарасиков, город Краснодар, представляющий, и Юрий Мерзлютин, представляющий город Ахтубинск. Вот он, обратный отчет, вот они, волнующиеся болельщики на трибунах, вот она, в игру вводится игровой мяч. На ваших экранах Артур Руть. Про Данила Шишкарева я уже успела сказать. Ну и, собственно, Артур Руть, игрок, который последние матчи выдает и стабильно, и надежно, и интересно. Будем смотреть и за расстановкой команды «Чехские медведи». Очень классный сегодня, кстати, обзорная точка. Огромное спасибо команде, которая проводит наши трансляции. Невероятно. И, наверное, лучшая точка, с которой видно гандбол, поэтому и мое настроение великолепное. С вами сегодня ваш комментатор Надежда Муравьева, и мы готовы начать. Старт, стартовый свисток дан, ну а стартовый состав ЦСКА буду представлять по порядку. Артур Руть, о нем уже сказали, в центре, на правом полусреднем Дмитрий Киселев, Илья Белецов на левом полусреднем, Сэ Цинлун в линии, Дмитрий Ионов на позиции левого крайнего игрока, и Данила Шишкарева я уже представила, капитан команды, на позиции правого фланга. И первый бросок наносит армейская команда. Дмитрий Павленко на чеку. Ну а за моментом броска посмотрим. Илья Белецов его наносил. И, наверное, с первых секунд то, что, собственно, отставляло так и хотел репортаж сказать чуть попозже. Но Павленко не оставляет шансов так распорядиться временем. А сразу показывает то, как будет строиться игра и насколько важна роль вратарей в сегодняшней встрече. Сразу скажу, что, кстати, один из арбитров ЦСКА, который команду уже покинул, это Ван Цюань. Знаем мы все эту историю. Но он до сих пор держится в топе со своим показателем в топе 5 лучших голкиперов. Ну а с обеих сторон, и Станислав Тритынко, и Дмитрий Кузнецов, и Павленко, и Грушко, это лучшие голкиперы российской суперлиги. И очень много, конечно, будет зависеть от того, как одна и другая сторона себя сегодня проявит. Пока первый мяч заброшен в прекрасной манере. Очень здорово вводили на позицию Дзюмина. И он со своей бросковой попыткой справился. Евгений Дзюмин, 25-й номер. Левый полусредний, ушел он. И в обороне своей команды участие не принимает. Но как команда «Чехские медведи» перейдет в атаку, собственно, по ее стартовому составу обязательно тоже детально разберем игроков с противоположной стороны. Ну и, наверное, важно и примечательно особый акцент ставить на том, что сразу два игрока из топа-5 российских бомбардиров сегодня здесь на площадке друг против друга. Это Дмитрий Киселев с 121 заброшенным мячом. И против него Александр Котов. Неудержимый, как все соперники о нем говорят. У него 112 мячей заброшено. И четвертое место в рейтинге бомбардиров. Ну а пока мы говорили про Дмитрия Киселева, он как раз-таки взял на себя ответственность реализации первого пенальти. И повтор момента заработанного пенальти на ваших экранах и на другой. Представляете, как у Павленко достаточно рискованно Дмитрий Киселев исполнял этот бросок. Теряет чехская команда мяч. Видит Руть, этот зазор в центре. И, наверное, еще сложнее было увидеть зазор над головой Дмитрия Павленко. Но, тем не менее, и то, и другое удается Артуру Рудю. 2-1 впереди ЦСКА. Я еще раз напомню, это первый полуфинальный матч финальной серии. Из двух игр состоит встреча соперников. Полуфиналы определят и финалистов
этого чемпионата. Еще одна пара. Это Пермские медведи и Виктор. И вот она, самая долгожданная часть. Самый долгожданный этап чемпионата России. Данила Шишкарев с мячом. Не рискует он на передаче. Достаточно активно. И Фурцев, и Александр Котов здесь готовы встречать всех, кто по 9-метровой линии двигается. Ну, а такое ощущение, что Рудя периодически забывают особый акцент и внимание ему уделить. Артур Рудь до этого забросил. Ну, а здесь не пришелся в ворота его бросок. Роман Остащенко по центру. Здесь, наверное, похожие ситуации. Что для Артура Рудя, что для Романа Остащенко был такой немножко зазор в центре оставлен, которые не остались незамеченные одним и другим игроков. Дмитрий Корнев на 7-метровой отметке. И посмотрите, о голкипера говорила я на старте игры. И подсечку исполняет Дмитрий Кузнецов. Посмотрим повтор момента. Да, тут пытался обманывать соперника, ему это удалось. Киселев в центре быстро атакует, кстати, чешская команда по тому, что не успевая стартовый состав сказать, собственно, и выводы те же. Быстрые переходы — это любимая игра Владислава Ивановича Максимова с командой. Не все пока моменты реализованы чешской командой, тем не менее в позиционной атаке практически не оставались они за это время игровое. 6 минут, 6-я минута игры идет. Остащенко высоко. Привыкли мы Романа видеть на игре 5-1. А здесь сразу 4 игрока выдвигаются активно. Илья Белевцов остановлен. И назначается в ворота чешской команды пенальти. Киселев. Его вторая бросковая попытка. Но я так для затравки, для наших болельщиков, кто вдруг, хотя мне кажется, не осталось любителей гандбола, которые пропустили этот турнир, кто вдруг пропустил Кубок страны, обязательно его пересмотрите. Конечно же, все записи висят на сайте Федерации гандбола России. Киселев чуть-чуть свой бросок меняет. Теперь уже не против Правленко, а против Артема Грушко. Артем эпизодически вышел, снова уступает место Дмитрию Павленко. Ну и вот они, болельщики спортшколы Кунцево, здесь не оставляет без внимания ни один мужской матч. Подготовили и плакаты. Большие молодцы. И семейственность, конечно, здесь особо важна. Занимаются дети и девчонки, и мальчишки в спортшколе Кунцево. Ну и, собственно, и показали нам семью, у которой как раз-таки ситуация такая. Даниил Шишкарев с мячом. Ну вот она, расстановка для позиционной атаки чешской команды. Роман Остащенко на позиции левого края. Демин, уже забросивший один великолепный мяч. Евгений Демин на позиции левого полусреднего. Кирилл Котов в центре его однофамилец. Александр Котов на позиции правого полусреднего. На краю Дмитрий Корнев. Хороший бросок от Демина снова. И только в линии не представила Виктора Фурцева. 31 номер на позиции линейного он сегодня. Илья Белевцов. Артур Рудь. Не конкретно так на атаку идет Илья Белевцов, хотя есть у него бросок. Последнюю часть сезона больше в обороне использует его. Лучшие качества Олег Ходьков. И капитан команды Данил Шишкарев реализует атаку своей команды. Еще становится 4-1. Достаточно уверенно. Но еще раз скажу, здесь пока в расстановке и, может быть, поспешно чешская команда атаки начала. Несколько потерь было от них. Но вот она, вторая позиционная атака. И вот он, Александр Котов, которого так сложно удержать, мне кажется, любым защитником. Далеко рука Александра Котова. Тут еще не вовсю включился могучий и прекрасный полусредний чешской команды. Пока бросков Александр не наносил. Он, кстати, надолго так далеко из кадра, кстати, ушел. Сейчас в этом моменте его мы не видели. На позиции линейного появляется Александр Ермаков. Котов уходит от обороны. Классно ассистирует на край. И, кстати, такое завершение в исполнении Ильи Демина. Высоко взмыл. Так больше даже его бросок был похож не на исполнение игрока крайнего, сколько на бросок игрока задней линии. Но надежно
старался Илья сыграть. И это, конечно, абсолютно оправдано. Одно пенальти. Один пенальти не удалось ему реализовать. Здесь второй момент просто не прощается. Ни самому себе, ни командой. Все надежно исполняет Корнев с края. Ну, а Олег Ходьков делает замену. Появляется Юлиан Гирик на позиции левого полусреднего. Очень быстро двигается мяч. Киселев. Замах, и Гирик не стал абсолютно. Мяч передерживает. До Шишкарева его доводит. И Даниил Шишкарев преимущество своей команды возвращает к трем мячам. 5-2. 4-1. Таким был счет до заброшенного мяча Ильей Деминым. И возвращает Шишкарев это преимущество. 5-2. Девятая минута игры. Здесь тоже все достаточно быстро. Котова останавливают. Саша не видит продолжения. Ни передачи там ни линейному, никому. Поэтому останавливает в принципе он начинающуюся так широко атаку чешской команды. Тёмин. Котов. Видит он передачу на Александра Ермакова. Сашу придерживали. А потому не мог Александр Ермаков комфортно мяч обработать. Ну и здесь не претензии, но как лучше сыграть, советуется Александр Котов. Кирилл Котов и Александр Ермаков. Втроем собираются в центре основные игроки чешской команды, исключая Евгения Тёмина из этих позиционных раскладов. Тёмин, Котов убирает руку, и Шишкарев, как много говорили, сейчас посмотрим завершение атаки. Ионов, не смог он переиграть Дмитрия Павленко. Павленко еще, помимо прочего, такой рывок делает, чтобы мяч в аут не ушел. Очень много говорили, кстати, в студии о том, как противостоять игре Александра Котова. Но больше вот на тот фланг тяготела я в плане разбора моментов. Наверное, с перехватом можно играть. Но, смотрите, с другого фланга Даниил Шишкарев как здорово сейчас прочитал комбинацию. Это его перехват позволил Дмитрию Ионову в отрыв уйти, но Павленко был хорош. Он вроде и в шпагат так собирался сесть, и в то же время руки над головой оставляя, этот мяч парирует. Еще одна позиционная атака. Дзёмин. Ничего нетривиального так особо не предлагает своему защитнику. Там, кстати, против него защищается Сергей Иванов. В атаке мы пока сменщика этого Дмитрия Киселева не видели. В обороне работает надежно. Но здесь не так долго в обороне успел поработать Юлиан Гирик. Не намеренно. И все-таки его руки при встрече Кириллу Котову оказались у лица. Да, здесь грубости сильно не было. И тем не менее в правилах все четко прописано. Игра в шею или тем более в лицо игрока карается 2-минутным удалением. Таковое сейчас и случилось с московской командой. Остаются в большинстве чеховские гандболисты. И насколько шире уходит Тёмин, теперь и Белевцов на этих невысоких скоростях, развивающих свою атаку чеховцев, находит его, встречает, а вот Ермакова упускают. По центру Александр Ермаков практически сольно сотворил это подрывание. Но здесь, конечно, важно ассистировать передачей входящему линейному. Что и случилось. Михаил Жила на позиции линейного появляется. Фурцев встречает его, приветствует. Напомню, что Михаил Жила два матча до этой игры пропускал. Повреждение было у него, но ждали его возвращения. Яркие отрезки с Эценлуна в игре. Конечно, 60 минут очень сложно вытаскивать, а потому не знаю, насколько полностью восстановился, но тем не менее Михаил Жила здесь на площадке. Классная передача из-за спины. Это Илья Белевцов. И на завершение Дмитрий Ионов. Классный действительно момент. Но они здорово получаются в динамике, если никто из партнеров мяч не передерживает. Так и случилось в этой атаке. Ну а здесь точно нужно повтор момента смотреть. Наверняка здесь встреча Ильей Белевцовым Евгения Тёмина пришлась на зону вратаря. А потому назначен пенальти. Котов после резкого замаха переигрывает Кузнецова. И как красноречиво на паркете остается Дмитрий Кузнецов. Не смог он до этого мяча
дотянуться. И в меньшинстве еще пока московская команда, а потому ворота пусты, счет 6-4. И да, вот здесь возвращается уже обратно Кузнецов. В равных составах команды атакуют высоко. 5-1, но такие обратные, если привыкли мы видеть Остащенко впереди. Опять игроков остаются за ним. Это такая классическая расстановка 5-1. Теперь, знаете, как будто все такое перевернуто в зазеркалье. Выдвигается 6 игроков, 5 игроков. Один остается с линейным. А вот теперь же его упускают. Перестроились туда и обратно чешские гандболисты. И на этой смене потеряли линейного. Готовится замена. Это Артем Кулак. И ближе к выходу на площадку уже привычно видеть Виктора Фурцева, но он исполняет роль важного звена обороны. Остается он, меняет Евгения Демина. Александр Котов забрасывает свой первый мяч. Какая пауза была у него, и в броске паузы чуть не хватило атакующему. Артур Рудь, по-моему, был очень быстрый момент. Динамично прошел, но Павленко... От Павленко этот момент не ускользнул. Дмитрий реагирует, забирая мяч, который без перевода был исполнен. Но я еще скажу, конечно, пауза позволила бы Артуру этот перевод исполнить. Дмитрий Павленко реагировал на бросок молниеносно. Оставался в ближнем углу. Высоко выходит Иванов против Демина. Подкрадывается Котов. Посмотрите, какое обратное движение исполняет. И на руках практически выносит его два игрока обороны. Подустал Кирилл Котов. За советом, наверное, больше обращен его взгляд, нежели за замены. И тем не менее, еще раз скажу, что Артем Кулак уже готов выйти на площадку. Оставляют 9 метров чешской команде. Олег Ходьков на ваших экранах. 7-5 ЦСКА впереди со старта первого тайма. Взяв обороты, преимущество не уступали. Другой вопрос, что составляло оно 4 мяча. Сейчас сами бьем. По счету видите, 2 мяча преимущества осталось у команды. И Кирилл Котов, знаете, как здорово, так раскачивая защитников. Первый раз 9 метров заработал. Здесь добился своего Кирилл Котов. Забрасывает он 6-й мяч. 7-6. Ждет возвращение Юлианы Герика. Дмитрий Кузнецов, вот он, однажды удалившийся уже в начале игры Юлиан Гирик, появляется на позиции левого полусреднего. Но наверняка, конечно же, здесь он будет меняться с Дмитрием Ионовым, чтобы набрать скорость. Высокую дугу Юлиан Гирик набирает, но для Остащенко не было предложено каких-то сложных вариантов ухода. Остащенко останавливает Гирика, как и, собственно, атаку всю команды ЦСКА. И Гирик решается на бросок. Павленко теперь уже и с переводом. Этот мяч виден Дмитрию. Вот он на ваших экранах. И к этой стадии еще немного сменил свой имидж Дмитрий Павленко. Насколько был неожиданно в прошлом сезоне, когда без своей привычной не прически, но бороды остался Дмитрий Павленко. Гудели и обсуждали это болельщики, но вот он в более привычном образе. Тем не менее, коротко стриженный Дмитрий Павленко. Парирует он, кстати, уже 3 подряд броска от армейцев. И сбитый прицел московской команды не позволяет им владеть тем преимуществом, которое у них был. Владимир Салманович Максимов, видели вы, да, внизу в кадре попался с одобряющим жестом для Артема Кулака. Он действительно здорово реагировал и был готов этот мяч забрать у москвичей. Но пока Дмитрий Киселев броском отличается. Павленко делает 4-й подряд сейф. Все эти броски были с дальней дистанции.
сложностью для голкипера они точно не стали. 7-6. Армейцы впереди. 17-я минута игры. Артем Кулак. Александр Ермаков. И просто и надежно готовы были действовать они. У Артема лишняя подпрыжка была, потому 9 метров вставляют москвичам. И снова, знаете, как высматривает Артем Кулак Александра Ермакова. Акотов сравнивает счет. 7-7. Казалось бы, не заметил Ильи Белевцова, хотя Илья достаточно тоже мощный игрок оборонительного плана. И тем не менее, для Котова не проблема была вместе с ним практически мяч забросить. Неудачная атака Данила Шишкарева с края. Он не забросил. Ответ Остащенко. Таков же. Тоже мимо ворот приходится. И его бросок. Пока по таким по небольшим сувенирам, подаркам подарили друг другу и одна, и другая команда. А точнее, и один, и другой фланг с обеих сторон. 7-7. Счет равный. Олег Ходьков на ваших экранах. Болельщики Чехова, как всегда, здесь за воротами располагаются, а за теми воротами, где произошла замена. Станислав Тритынко появился, и посмотрите, как раскрывает Станислав Тритынко, останавливая Артем Кулака. Но отметим отдельно, насколько Артем Кулаку удался этот финт замахом. Просто снесло защитника, который на него отреагировал. Александр Ермаков удален на 2 минуты. Повтор момента увидим с вами мы. Но здесь теперь уже Александр, да, попадал тоже неумышленно. Тем не менее, в лицо Данилы Шишкареву. При игре в обороне попадает Александр Ермаков. 2 минуты. Ну и смотрим на замены, которые произвел Олег Ходьков к этой минуте. Его правый фланг надежный и самый результативный в российской суперлиге. Дмитрий Киселев и Данил Шишкарев на месте. Замена Михаила Жила. Об этом мы говорили. Валентин Воробьев впервые в игре появляется. Юлиан Гирик на левом полусреднем. И на краю Дмитрий Ионов, который в старте и начинал. Воробьев хороший увод делает. Это уже больше похоже на подготовленную атаку. Был центр для Дмитрия Киселева оголен. И тем не менее, посмотрите, как Павленко снова здорово реагирует на бросок Дмитрия Киселева. Шишкарев. Диагональная передача от Киселева до него дошла. И Даниил Шишкарев реабилитируется после предыдущей незаброшенной атаки. Но и будет красивее, тем более, если сейчас и Роман Остащенко также ответит на этот выпад. Но его на привычной позиции не видно. Там защищается Артем Кулак на краю, а в атаке Владимир Салманович Максимов, который умеет и любит играть в линейных, игрока оставляет Фурцева и еще одного входящего игрока в линии. Шишкарев не забрасывает следующая атака. Так чередуются заброшенные и незаброшенные мячи от Даниила Шишкарева. 8-7. Армейцы впереди. 21-я минута. Начала свой отсчет. Киселев. Два заброшенных мяча из трех попыток. Одна не была учтена. Но не так много заброшено пока. Не самый высокий темп показывают команды. Забрасывают чешские медведи. Счет 8-8. Киселев. Не сказать, что для Дмитрия неудачной атаки. Смотрите, как здорово справляется оборона. Сейчас Фурцев в самый нужный момент точно выходил, остановил атаку московской команды. И еще одна небольшая пауза, теперь уже инициированная наставником ЦСКА. Олег Ходьков берет тайм-аут. Не, 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 не
возвращаемся мы на паркет после паузы, но и для нас очень здорово собрать успели повторы моментов, в первую очередь, наверное, нереализованных с позиции правого края Данилом Шишкаревым. Замену предлагает после небольшого перерыва Олег Ходьков. На этой позиции Алексей Фокин появляется. Киселев, Гирик и Валентин Воробьев. На полусреднем Киселев. Не хватает ему резкости. И близко к зоне подходит Дмитрий Киселев. Не хватает ему резкости для ухода. Валентин Воробьев с мячом. Отталкивает его Роман Остащенко. Но этот бросок больше похож на привычные броски Киселева. Приходится он в перекладину и достается Роману Остащенко. Говорил я о моменте, что должны обменяться края результативными атаками против после незаброшенных мячей. Данил Шикарев это сделал. И вот и Роман Остащенко исправляется в своей атаке, в своей попытке. Киселев широко уходит. Но вот Дмитрий Киселев здесь заставляют раз за разом уходить широко, не пускают край обыграть. Там Артем Кулак раз за разом помогает. И Киселев практически притормаживает атаки тем, что начинает их со своего одиночного движения. 8-9. Армейцы уступают на 22-й минуте. Ну и пока остро атаковать не получается у них в последние несколько минут. Хорошие передачи были для Данилы Шишкарева от Киселева. И тем не менее, еще раз скажу, остроты атак не хватает. Валентин Воробьев, Михаил Жил на ваших экранах. Гирик уходит. Но и одного, и другого бьющего игрока встречают. Защитники успевают. Потеря мяча. Валентин Воробьев ее немножко спасает. Как спасает ситуацию на площадке вместе со счетом на табло 9-9 выравнивает счет Валентин Воробьев. Достаточно поспешно действует Артем Кулак. Хотя и мог этот выход стать неожиданным. Остается Иванов в переходе и зарабатывает пенальти для своей команды. Сергей Иванов эффективен. Здесь еще и 2 минуты. Фурцева по ходу этого момента выписывают. Кулак. Были готовы, да, два защитника здесь встречать бросок Кулака. И понятно, что Станислав Тритынко тоже к броску был готов. Дмитрий Павленко. Реализует свой третий пенальти за встречу. Общая статистика заброшенных мячей от Дмитрия Киселева 3. В первом тайме столько же забросил Данил Шишкарев. Еще раз подтверждают статус самых результативных по правому флангу игроков. Отталкивает Александра Котова. Но здесь по-другому и не справится с этим могучим игроком. Илья Белевцов на шаг тут опаздывал, и тем не менее Иванов успел помочь Иванову. Станислав Тритынко за этим броском уже практически следил, думал, что в ворота он оказался. Владимир Салманович Максимов берет тайм-аут, его команда совсем недавно вела, а теперь она в счете уступает 10-9. Конечно, для всех команд достаточно сложные. Может быть, не сравнить по... Чуть меньше, кстати, количество сыгранных игр для
мужских команд в разговоре полуфинала и мужской, и в женских турнирных баталиях. И тем не менее, на мой взгляд, так, достаточно уставшими выглядят игроки с одной и с другой стороны. Хотя Дмитрий Киселев, кстати, отмечал, что его команда прекрасно готова. И вернулись игроки, которые были в запасе. На Котова очень высоко выходит. Представляете, как пользуется возможностью Александр Ермаков, забрасывает он с линии. И ряд игроков действительно в состав ЦСКА вернулись. Георгий Токарев уже третью игру здесь после небольшого повреждения. Повторного, можно сказать, травма была у Георгия. И он здесь в обойме. Несколько матчей, не во всех. Правда, мы видели его вышедшим на площадку, но видим, насколько более открытым гандбол стал, наверное, после броска Артем Кулака. Стали чуть смелее и с одной и с другой стороны атаковать игроки. В частности, сейчас Иванов забрасывает. Павленко вроде реагировал на бросок, но судя по тому, как это делал голкипер чешской команды, видимо, мяч был все-таки, его траектория поменялась. Но здесь красноречивее этого жеста арбитра еще и то, как улетал, да, Александр Котов, на прямые руки встречал его. Здесь даже, может быть, Михаил Жила больше помог тому, чтобы так сложно приземлялся Александр Котов. На 2 минуты удален Сергей Иванов. 11-10. Счет и в меньшинстве проведет 2 минуты в обороне столичная команда. Ермаков. Кулак мяч не задерживал. Доходит он до Александра Котова. Тот бросок наносит и реагирует Станислав Тритынко. Валентин Воробьев в центре. Фокин переходит в атаку. Столичная команда. И, знаете, как, я думаю, вам тоже это было видно, как Дмитрий Киселев успевает посчитать время. Торопиться с атакой москвичам точно не нужно. Вышедший удаленный игрок у москвичей здесь на паркете. И хотел Дмитрий до этого, видимо, реализовать большинство. Но здесь уже, когда команда не успела это сделать, торопиться уже не нужно. Теперь уже меньше игроков в составе ЦСКА. Потянуть время в атаке нужно. Дожил и доводит мяч Киселев. Тот разворачивался, видел. Посмотрите, как хитро играет Артем Кулак. И рядом с Михаилом Жиловой оказался и прочитал его возможный пас на край. И туда успел вернуться. Ну, просто очень сконцентрирован. Классно следить за его действиями. Следим за происходящим на площадке. 11-10. Столичная команда впереди. Гирик. Неплохо он там уводил бросок. И внимание Андрея Павленко все-таки сосредоточил на ближнем углу. Единственное, выше ворот приходится. Его бросок не без встречи от защитников обошлось. А потому 9 метров. Ну и Кулак снова. Посмотрите, как хитер Артем. Во всех местах, во всех таких обозначенных для атаки армейцев в местах успевает Кулак оказаться, как и этот тройной блок для броска Юлиана Гирика. Не забрасывает Юлиан Гирик. Кулак, уходя, врезается в Валентина Воробьева практически всем корпусом в игрока, фиксируют арбитры. Гирик, похожая ситуация. И здесь Павленко, я думаю, уже Дима смотрел больше на то, что пенальти будет назначено. Забрасывает Гирик. Здесь так уханье такое по трибунам. Конечно, такие мячи мимо Павленко какой-то невероятной редкостью просто проскакивают. А потому так это и отреагировали болельщики. Артем Кулак боролся там за подбор на краю. Илья Демин. И тем не менее мяч у армейцев. Да, но здесь заступил, видно было, да, первый шаг Ильи Демина пришелся как раз-таки на 6-метровую линию. 12-10 с мячом армейцы, 27-я минута. Сергей Иванов, 4 атаки было
была с ним команда на правом полусреднем. Заработал пенальти, заброшенный мяч. Очень эффективен Сергей, собственно, в каждом моменте получения мяча. Юлиан Гирик начинает для него стяжку. Через спину уходит Иванов. И хоть Артем Кулак был в шестиметровой зоне, здесь много. Пара лишних шагов были зафиксированы у Иванова. Давайте считаем. Раз, два. Динамичный момент. Но повторю, такое ощущение, что пробежки не было. 9 метров остается. Сетцинлун разыграл. Их, Воробьева, вот она, эта атака была хороша. С этого момента с ракурса вообще было видно, насколько быстро выходил Валентин Воробьев на бросок. Предыдущую атаку блоком закрыли, а здесь бросок не под шаг накрыть не смогли. Валентин Воробьев восстанавливает пока преимущество в 3 мяча, которое значилось в начале игры. Знаете, как сложно было его, и, конечно же, Фурцев понимает, что просвистел этот гандбольный снаряд у него над головой, не успела в руку встретить Валентина Воробьева. Динамичный момент. Кстати, так справедливости ради, скажем, не так много таковых было за первый тайм. Фокин уходит от преследователей, облетает Павленко, забрасывает еще один мяч. 14-10. Это максимальное преимущество, которое было в сегодняшней встрече. Напомню, со счета 4-1 начали команды игру, и преимущество 3 мяча. 3 мяча возвращалась дружина Олега Ходькова дважды. Ну, а теперь 4 мяча. Преимущество, классное подрывание с краю. Как хладнокровен Артем Кулак. Очень здорово, конечно, наблюдать за тем, как держится и держит нити игры в своих руках на площадке. Лишнего никогда не эмоционирует, а за игрой следит, как разыгрывающий игрок очень умело. Вот он на ваших экранах. Артем Кулак. Еще раз скажу, что из 2 разыгранных кубков этого сезона, кубков страны, я имею в виду, и для женских, и для мужских команд, 2 трофея в семье Артема Кулака. Это, конечно, невероятно. Особая такая страничка спортивная для спортивной семьи. Анастасия Кулак в составе московской команды ЦСКА завоевала этот трофей. Но Артем Кулак с командой «Чешские медведи». Наверное, еще раз. Ну, это действительно очень здоровая и красивая история. Еще раз поздравляю эту спортивную семью с такими достижениями этого сезона. Они еще не завершены. Напомню, что самый продолжительный по дистанции в своих соревнованиях трофей разыгрываются. И прямо здесь на ваших глазах первая полуфинальная игра между Чеховым и Москвой. Юлиан Гирик наконец-таки нашел свою атаку. Предыдущий заброшенный мяч был, наверное, больше так на совести защитников и голкипера чешской команды. Ну, а здесь вложился Юлиан Гирик совсем иначе в эту атаку. И подготовленная она была. Последние 7 минут команда ЦСКА все-таки нашла возможность для проведения подготовленных атак, а не сбитых на индивидуальные действия. Собственно, результат не заставил себя ждать. Здесь, наверное, можно провести и с недавним матчем Фюкса Берлина против Бергишера. Кто там следит за немецкой Бундеслигой, я думаю, меня поддержат. Когда Матиас Гитцель сбился на индивидуальные действия, это стало проблемой для всей команды. Фюкса Берлин Бергишеру уступил, ну а ЦСКА в нашей встрече ведет 15-11. Мы с вами уходим на перерыв, и, конечно, здесь стоит ожидать перестановок со стороны, в первую очередь, Владислава Ивановича Максимова, 21-кратный чемпион с командами мужскими. А я, кстати, напомню, что команда «Чешские медведи» с 2002 года по 22-й бессменный чемпион России. И, конечно, особенно интересно, какие еще в запасе тактические наработки есть Владислава Ивановича Максимова. Ему решать проблему недостающих 4 мячей, поэтому с вами во втором тайме обо всем этом узнаем. Давайте немножко передохнем.
Итак, друзья, половина матча позади. Мы возвращаемся в нашу студию 15-11. И все произошедшее мы будем обсуждать с нашими гостями. Благо, объяснительная бригада у нас сегодня опытная. Владислав Космодемьянский, Евгений Гостев. Уважаемые, не побоюсь этого слова, эксперты. Мы, по сути, посмотрели три отрезка. В начале до 14 минуты преимущество армейцев в три мяча. После этого очень ровная середина. И в конце снова вот это преимущество. За счет чего менялся, ну даже не рисунок игры, это вы скажете, менялся он или нет. Менялся счет. Ну вот мы сейчас по ходу игры уже, в принципе, с Владиславом обсудили. Какую роль все-таки вратари, да, играют, да, и вот как раз если отрезок, когда Дима Павленко очень сильно включился, да, помог, они как раз сократили отставание от армейцев. То же самое можно сказать про Кузнецова, который вначале сделал два сейва, да, у Сергеевича? Да, два было. Да, да, он сделал два, потом был провал. Потом но... Стас встал в ворота и выиграл эту дуэль, скажем так, вратарей. Все равно... На разные стороны площадки вратари между собой соревнуются, поэтому он эту дуэль, Стас, выиграл у Димы со счетом 4-1. Да. Поэтому за счет этого и ЦСКА в конце вырвало. Не только, конечно, за счет этого, но и в том числе. Когда у тебя сзади человек отбивает, это придает очень уверенность. В нападении особенно придает уверенность. Поэтому, когда человек отбил и тут забили... Да, да, но несмотря на это, сейчас, не знаю, насколько я посмотрел из ресурсов, да, Русхэндбола, у нас сейчас статистика у вратарей примерно одинаковая, 35 против 36, по-моему, процентов, да, вот, поэтому в любом случае все решается благодаря забитым голам, да, вратарь – это полкоманды, но если команды сейчас, кто справится с нервами со своими, да, будет более дорожить мячом и доводить все ситуации до логического завершения, а не раньше, со второй передачи, как у нас любят. Прибежали, сразу забили, да, хотя быстрые голы тоже приветствуются, особенно для гостевой команды, я думаю. Ну да, да, да. Здесь опять же хочется посмотреть, что чеховскую защиту они, Чехов не перестроил свою любимую защиту, играли опять от первой минуты до второй, что хотелось бы, ну, ЦСКА мало взаимодействий с линейным игроком. Хотелось бы больше при такой активной защите Чехова. Защита ЦСКА справилась с той игрой, которую проповедуют чеховские медведи. И Саша Котов, по-моему, там немного забил. Кирилл Котов много не пролез. Джемину издалека не дали, да, бросить. Знаете, я даже обратил внимание на те моменты, когда у Чехова получались атаки. Игроки ЦСКА, видно было, что они полностью как бы понимали, что происходит, и между собой переглядывались, ну мы же типа это обсуждали, ты должен был здесь, почему ты сейчас проиграл. Читают игру. Да, все знают, что он здесь это делает. Вот. Но, как правило, на самом деле, то, что перед матчем Александр Алексеевич тоже говорил, что очень хорошо все друг друга знают. Да нет уже таких команд, которые, учитывая, что обе команды играли в всех лиге, да, как бы... В этом году количество матчей, ну, у них еще было больше даже, и в матче в Кубке, да, то есть, да, ну хотя нет, ЦСКА больше с «Зенитом» в этом году встречался. Да, да, нет, они в разных группах были, да, но да, все равно да. Количество игр достаточно большое уже, под 40 игр они в итоге так сыграют, я как это подсчитывал, с учетом «Спартакиады» даже, да, да. Они очень прилично, поэтому часто встречались, поэтому здесь будет интересно сейчас дуэль тренеров. Что предложат тренеры в раздевалке, как перестроиться, как Максимов перестроится, как Олег Ходьков перестроится. И смогут ли это принять две команды? Ну да. Причем на месте игроков сейчас, опять же, да, все понимают, что какой бы ни был счет к перерыву, если ты выигрываешь уверенно второй тайм, да, но если мы не берем там какую-то баснословную разницу, то второй тайм как раз решает, кто сейчас будет более уверенно действовать. Тот, я думаю, победит. Ну, анализируя игру, у нас получилось, что мы обратили внимание на голкиперов и ближе к концу на тренеров. Полевые игроки у нас как будто выпадают из этого общего анализа. Это экспертное мнение, мы же уже смотрим вглубь, да? Конечно. Нет, полевые игроки, ну, конечно, тут как без полевых игроков, просто не... Некоторые броски, я же сказал про полевых игроков тоже, надо как бы... ЦСКА хотелось бы, чтобы больше взаимодействовали с линейным игроком.
Поэтому здесь у Чехова не получилось просто забить, ну, выгодные ситуации. Там Тритынко вытащил действительно 2-3 мяча хороших. У ЦСКА пару раз очень, ну, один точно помню, очень хорошая скидка была на Жилу, когда он по центру остался совершенно один. Да, поэтому... это когда Белевцов пошел, да, просто Саша Котов провалился, и получилось так, что пошла помощь. Роман Остащенко с Фурцевым Виктором очень долго выясняли, кто из них не прав, мягко скажем так. У нас к 20-й минуте счет был 8-8, и оказалось, что ребята не добирают по результативности. Я, наверное, сглазил немного, когда вначале сказал, что всегда больше 30. Потом открылось второе дыхание, вратари перестали тащить, ребята подтащили. Не второе дыхание, как раз наоборот, спортсмены чуть устали, да, чуть-чуть меньше концентрации и стало не успевать дорабатывать в защите. После этого как раз и ошибки появились. Да, да. И после 20-й минуты как раз и идет то утомление, когда надо игрока или менять, или он включает второе дыхание, да, смотря как он физически готов. Да. Как раз та пограничная зона, которую после 20-й минуты надо смотреть на игрока. Здесь нашли слабые стороны ЦСКА, именно тех людей, которые устали, и этим воспользовались. Я говорю, что 2-3 мяча вот у Гирига... У Гирика, по-моему, у Иванова залетели, да, такие на флажке прям. Ну да, были. Да, как раз длина лавки тоже решает, да. Сейчас у нас получается, что как с одной стороны, так и с другой достаточно много травмированных, да, по ходу сезона. Там у ЦСКА, там Сергей Николаенко выбыл, у Чехова, в принципе, больше задняя линия, да, Дмитрий Санталов, Никита Каменев сейчас еще не в составе. Вот, поэтому тут сейчас, смотря кто как грамотно проведет ротацию, опять психология. Вот у Чехова мы знаем, что очень много матчей, когда они даже здесь, вспоминая предыдущий финал, проиграли много потом. Поэтому тут сейчас, если ребята из ЦСКА подберут нужные ключики к своему сознанию, скажем так, и будут, ну, не транжирить момент, я думаю, все получится. То же самое и по Чехову. Для них ничего не потеряно. Вот, счет на табло, ну, как бы, отыгрываем. Я так думаю, сейчас будут ходы тренерские. Очень такие интересные со стороны Чехова. А давайте пофантазируем, какие вот здесь вот как раз могут быть тренерские ходы. С учетом того, что мы сказали, что у ЦСКА здесь поинтереснее ситуация с скамейкой. По крайней мере, вот... я так думаю, что Чехов может перестроиться на 6-0, что они любят делать порой. Поэтому вратарь неплохо зацепил в середине, в начале, скажем так, в первой четверти. Поэтому, я так думаю, там перестроение на 6-0 будет у Чехова, скорее всего. Посмотрим. И по поводу, как сказать, у ЦСКА, да, тут мое наблюдение, не знаю, как другие вот видят. Если команда ведет в счете и остается где-то полтайма еще до конца, есть ли целесообразность? Мы знаем, что в этом сезоне, да, в Чехолиге Владимир Максимов первый раз в истории снял вратаря, такого вообще никогда не было. Да, да, да. Тут то же самое, по усталости игроков, по их уровню сейчас, когда ты ведешь в счете, я не знаю, Александр Алексеевич, поправьте, стоит ли снимать вратаря, когда ты ведешь 2 мяча? Нет, я так думаю, не стоит, надо доводить уже игру до победного. Да, и не, иногда еще бывает, что у нас игроки, даже находясь в меньшинстве в нападении, играют лучше, чем в полном составе. Ну, это российский менталитет. Да, у каждого, чем хуже, тем лучше. У каждого становится больше пространства, да, для индивидуальных каких-то действий, и все. Вот, поэтому... Но есть особенности психологии. Некоторые вообще говорят, что преимущество вот в 3-4 мяча перед вторым таймом, это, наверное, не очень хорошо, потому что есть соблазн расслабиться. Да, да. Сдать немножечко, подумать о том, что впереди еще второй матч, о том, что дети там не кормлены дома, еще какие-то дела. Да, а у другой команды как бы отступать некуда, приходится все время, да, в два раза больше усилий прикладывать. Это да, согласен. Здесь, да, здесь мы вначале говорили, надо все выкинуть и слушать тренера. Да. Да, ну тренеры говорят, что, да, ребята, счет 0-0. И перед очередным матчем говорят, что, ребят, вообще забудьте, это совершенно другая игра. Но все-таки, да, конечно, мне кажется, что все это понимают. Сегодняшний матч, он все равно по, я не знаю, по статистике, по психологии, он есть продолжение всего того, что мы, конечно, видели в этом сезоне. Не знаю, может быть, триллеры не только в этом сезоне, но в этих сезонах, да, скажем так. Да, этот, да, триллер, да, идет и продолжается. ЦСКА и Чехов, это триллер. А подскажите, я не знаю, тоже по поводу, какой сезон? У нас, получается, раньше это противостояние всегда было на стадии финала.
мы в этом году первый раз наблюдаем на стадии полуфинала. Первый раз, да. Ни одна из этих команд не играла за бронзу на последние 6 лет. Они все время или в кубке, да, были матчи за бронзу, но... Или второй, да. Да. В финале встречались, скажем так, с Чеховым, ЦСКА, да, всегда. Поэтому сейчас у нас уникальная возможность увидеть первыми то, что мы видим на этой стадии. Вот, я не знаю, если есть кто-то, коллекционеры билетов, собираетесь, скажут, что это ЦСКА первый раз в жизни играл в полуфинале с Чеховым и наоборот. Да, ну, конечно, по накалу, по подходу это уже фактически финал, потому что ребята думают исключительно сегодняшней игрой, да, которая ждет нас совсем скоро. Нет. Да, на месте тренеров армейской команды, что бы сейчас могли сказать, помимо там банальностей, что счет 0-0? Надо завести ребят еще. Еще куража. С неплохим куражом вышли ребята. Надо еще раз завести их, попробовать вытащить все изнутри, да, чтобы они выдали на площадке сейчас, не жалели себя. Действительно, вы правильно сказали, есть какая-то успокоенность, когда ведешь. Вот, знаю, по своим игрокам, 7 ведешь, потом выходишь, бац, через 5 минут, 2 мяча всего, все, руки затряслись, остановить их не можешь уже, используешь все тайм-ауты, все, все используешь, а ну не, уже не получается, потому что люди уже отдохнули в раздевалке, на счет посмотрели, действительно успокоились. Надо завести, вытащить. Ну тут, кстати, лавка тоже очень играет роль именно не как количество запасных игроков, которые могут выйти. А как эмоциями. Как эмоции, да. То есть у нас сейчас 7 игроков на площадке, это 8-й игрок. И тем более по первому тайму мы видели, как вскакивали обе команды. То есть они максимально заряжены. Вот. Сейчас эмоции. Сейчас нужны эмоции, да. Нужны эмоции. Я так думаю, хладнокровных людей с опытом и в чемпионате мира, и Европы, и в Лиге чемпионов, да, и в Кубке ЕГФ, и всех лиг. Да. Тут хватает людей. Да. У вас получился достаточно точный прогноз на первую половину. Попробуем сделать прогноз по итогу. Плюс 15. Временами осадки. Да нет, посмотрим. Нет. Ну, все будет зависеть от людей на площадке. Опять же, я говорю, главное, чтобы все были живы-здоровы. Вот я каждый раз, кстати, когда матчи у нас проходят перед сборами, да, когда уже билеты куплены, все ребята должны съезжаться в сборную, я смотрю, думаю, господи, вообще без разницы, какой счет. Положи мяч, не трогай, ну или забивай, только не касайтесь друг друга. Вот. Но не всегда так получается, поэтому... Ну, основной прогноз, что нам будет обязательно интересно, и борьба будет идти активной до последней секунды. Поэтому сейчас мы возвращаемся к матчу и по окончании вернемся в студию для того, чтобы проанализировать все, что произошло. Мы с вами истомились уже практически за этот небольшой перерыв и ждем развязки сюжета второго тайма ЦСКА «Чешские медведи». Первый полуфинальный матч чемпионата России. И, как и обещали мы, и, собственно, понятно, что эти обещания даны не Владимиру Салмановичу Максимову, а вашим комментаторам. И, тем не менее, перемены уже со старта второго тайма есть. На краю появляется Илья Демин, Романа Остащенко так долго проводили до центра, а уже в центре здесь встреча была. Шея удаляется на 2 минуты на старте второго тайма. Илья Белевцов, основной центральный защитник команды. Без него проведет команда старт второго тайма. Может это послужить переломным моментом. Напомню, что ЦСКА развил преимущество до 4 мячей в начале. В первом тайме, но в начале второго теряет центрального защитника. И здесь, основываясь на это, либо на перестановке
от главного тренера Владимира Салмановича должен что-то во втором тайме поменять. Пока Александр Котов, достаточно хорошая была позиция. И если для кого-то, может быть, она еще сомнительная, для Александра Котова, мне кажется, очень неплохой. Она, и тем не менее, Трепенко справляется с этим броском. Кстати, если говорить о голкиперах и их влиянии на игру, то, несмотря на то, что большее количество спасений совершил Дмитрий Павленко, который провел всю игру в первом тайме на площадке, и Артем Грушко выходил на один лишь пенальти в первой половине, у Дмитрия Павленко 7 отраженных мячей, 6 было у голкиперов Москвы и 4 на счету Станислава Трепенко. Он, собственно, заслуженно второй тайм начинает. А вот Данил Шишкарев невероятной какой-то подкруткой завершает атаку своей команды. Снова преимущество в 5 мячей. И по регламенту, и потому что из двух встреч складывается эта серия, понятно, что команде в счете лидирующей, тем более на своей площадке, это преимущество развивать нужно, но я честно скажу, что далеко еще до этих раскладов. Вот он, проход Кирилла Котова. И спорить, конечно, Кириллу здесь не с чем. Его рука была свободна для взятия броска. Все у него было, и тем не менее, посмотрите, вот он, выход Котова. Станислав Трепенко в ближнем углу оставался. Ну а как Кирилл Котов разбросал защитников, вот это, наверное, другая отдельная история. Как упустили из виду одного из самых лучших обыгрывающих в российской суперлиге игроков. Вместе с ним в составе Владимира Салмановича Максимова команды чешских медведей Артем Кулак. Ну и как в первом тайме, и во втором начинает Котов эту игру. Гирик отличился под занавес практически первого тайма классным заброшенным мячом. Сейчас его останавливают. Валентин Воробьев. Гирик, но он тут прям под занавес оформил, да, заброшенный мяч. Это был Валентин Воробьев. Опорный бросок его был хорош. Еще раз скажу, в динамике моментов не так много было за первый тайм, что немножко обедняло игру, но, может быть, соперники присматривались друг к другу. Ну, вот он, Роман Остащенко в быстром отрыве. Забрасывает он 12-й мяч для своей команды. 16-12, 28 мячей заброшено командами за 35 минут. Что еще раз подтверждает не самый в итоге высокий темп, а вот количество удалений в сегодняшней игре велико. Сравним между собой удаление у команд. 3 удаления у москвичей и третье у чешской команды. Да, Фурцев был удален, Остащенко. И теперь у Ермакова, да, было удаление, у Фурцева. И теперь и Роман Остащенко проведет 2 минуты вне игры. Кирилл Котов освобождает для Данила Шишкарева возможность беспрепятственно атаковать. Но, собственно, количество удалений не так велико. Лишние штрафы команде не нужны. А Данил Шишкарев в открытой позиции, как и Кирилл Котов, с противоположной стороны, не справляется с реализацией момента. Владимир Салманович Максимов на ваших экранах. Красноречивый взгляд в сторону Олега Тарасикова, технического делегата. Олег Грушко мяч парирует. И вот они, быстрая игра во втором тайме у чешской команды. Наверняка об этом Владимир Салманович со своей командой говорил. 16-12. Останавливают Кирилла Котова. Просит он выйти Илью Демина на передачу. Демин с позиции уже левого полусреднего атаку начинает. От ног Евгения Демина мяч в аут улетает. Сецинлун, Киселев. Валентин Воробьев так широко растягивает зону для атаки Киселева. И никто, мне кажется, не ожидал, что он переадресует эту передачу. Вот Валентин Воробьев, он с броском не справляется. Перехват в центре поля. У Демина мяч выкрал Данил Шишкарев и положил его в ворота. 17-12. 6-я минута игры.
Замах до взлета от Даниила Шишкарева заставил такую паузу. Артем Грушко инициировать. 17-12. 36-я минута игры. Передача в линию. Там Николай Емельяненко появился во втором тайме. Ну что ж, читается план по тому, чтобы сэкономить силы лидерам. Пока удержать на каком-то не расстоянии от себя, но во всяком случае этот счет не дать ему расти. А в концовке, как умеет команда Владислава Ивановича Максимова, собственно, темп добавить из сказанного. Смотрим на площадку. Не видим мы Александра Ермакова. На ней нету и Александра Котова. И на краю. Замена, о ней мы сказали. Дмитрий Корнев и Илья Демин местами поменялись. Смотрим. Интересно, что припасено как сюрприз от Владимира Салмановича Максимова в московской команде. Пока Сергей Иванов с мячом. Гирик. Атака затягивается. И, кстати, как накрывает этот бросок Евгений Демин от Иванова. И быстрый переход от Демина. 39-й номер. Сближался он со Станиславом Тритынко. И, тем не менее, нашел возможность провести атаку в ближний угол. Но кто выстоит, кто больше сил сможет сэкономить, смотрим. С этим лунно, тяжеловато так дышит. Ну и, наверное, Дмитрию Киселеву еще тяжелее матчи достаются. Не знаю, на каком кураже играет Дмитрий Киселев. И, тем не менее, провел на площадке в атаке не более 5 минут Сергей Иванов. Дал немножко передышку Киселеву, и вот он дает ассист. Голевая передача от Киселева. Собрал защитника в центре Юрий Ангелик. Поддерживая атаку, забрасывает 18-й мяч. Снова 4 мяча преимущества. 18-14. Счет в игре. ЦСКА впереди. Эффективность бросков на ваших экранах у чехской команды. Это, конечно, тоже так интересно. Чехская команда, она выше. Тем не менее, процент отражений Станислава Тритынко в 37-й минуте выше, чем у Артема Грушко. Пока эти качели качаются. Еще один мяч. А теперь уже Емельяненко с линии забрасывает Тритынко. Переиграв Ионов, Грушко. Ну вот здесь сейчас процент этот еще больше увеличился. 51, наверное, 50, наверное, становится процент атак москвичей и где-то 60% атак чешской команды. Повтор смотрим, за что был удален Евгений Демин. У него удаление первое и пятое для команды. Пробежку, да, показали пробежку Евгению Демину, а за разговоры на 2 минуты его отправили. Четвертое удаление у Чехова. 7 удалений за игру для обеих команд. Артур Рудь, Юлиан Гирик и Дмитрий Киселев. Такова задняя линия команды ЦСКА. И посмотрите, как Михаил Жила помогает Дмитрию Киселеву совершить этот маленький гандбольный шедевр. В центре собрал Дмитрий Киселев замахом двоих защитников. Но отсекать уже сбоку Михаила Жила довелось, чтобы такой красивый момент мы с вами увидели. 19-15. 10-я минута второго тайма. Демин, раскачивая защиту, ищет Емельяненко. Передачи в центре. Собрали игроков, которые в меньшинстве атакуют в воротах. Артем Грушко. И знаем мы, что Владислав Иванович Максимов любитель играть 2 в линию, но небольшой любитель снимать голкипера при меньшинстве его команды. Есть у него Кирилл Котов, который даже 3 защитников обыграть может, но тем не менее здесь его останавливают. Говорила я о свежести
игроков на площадке. Это понятно, все визуально, нет у меня никаких замеров, чтобы вам точно сообщить о состоянии игроков. И тем не менее бросается в глаза, что с одной, что с другой стороны, таких быстрых и молниеносных атак не так уж много и у Чехова, и у армейцев Москвы. Станислав Тритенко возвращает мяч в игру. 9 метров отталкивали там Кирилл Котова. Понимает он, что в меньшинстве его команда, и так вот придерживая мяч, не рискует с ним проститься и дожидается так планомерно выхода еще одного игрока в поле. 3 считаем, в пятером Чехов, и Ионов обкрадывает в простой ситуации правый фланг чешской команды. Александр Котов и Илья Демин не вполне друг друга поняли. Не вышел на мяч Илья, вышел на него первый Дмитрий Ионов. Мяч перехвачен. Армейцы в атаке. Киселев, но не рискует Дмитрий. Знаем мы, что в первом тайме не все броски ему удались, и не все они были так мощные, как привыкли мы видеть в его исполнении. А вот Даниил Шишкарев реализует момент. Это его 6-й заброшенный мяч. 8 попыток. Пока статистика не обновилась. Да, 5 мячей показывает. А вот самый результативный он со стороны обеих команд сейчас... За этим тоже интересно будет понаблюдать, посмотреть. Да, Даниил Шишкарев с 5 мячами. Самый результативный среди обеих команд. Александр Ермаков появляется. Ну и вот он, замены вышедшей линейной чешской команды. И тут же хорошую позицию получает. Долгая игра в партнерстве с Александром Котовым не заставила себя долго ждать. Тут же находят партнеры удобную позицию друг для друга. И... Александр Котов снабжает Ермакова этой передачей. Плюс 4 для армейцев. 12-я минута. И даже если этот счет бы был на, не знаю, на 25-й минуте, тоже не все решено. Тем более, что это серия из 2 матчей. И только первый мы с вами наблюдаем. Все только начинается, несмотря на то, что это 42-я минута игры. Даниил Шишкарев, Артем Грушков в ближнем углу его мяч забирает. Котов, ну как Александр разгоняется. Это, конечно, могучая сила. Тритынка понимает, что практически не закрыли для него бросок. Принимает этот мощный удар сам. 9 метров. Вот она, игра 2 в линию. Ермаков и Николай Емельяненко здесь вместе. Ну и тут же на это Олег Ходьков реагирует. Александр Котова отсек. Обычно 2 полусредних, конечно, вокруг этих линейных двигаются. Но оставляет Олег Ходьков шанс только Котову разобраться. И он разбирается, вы знаете. Удивительно. Классно. Доводит мяч до края. Справляется с броском Илья Демин. Забрасывает он 17-й мяч. Гирик, Киселев индивидуально пытался обыграть там защитников. Даниил Шишкарев всех немножко успокоил. И замена. Станислав Тритынко классно провел свои 25 минут игры. Возвращается Кузнецов. Во втором тайме чуть хуже процент у Станислава Тритынко. И... плохой была и передача Артура Рудя. Так через спину уже практически Михаил Жила разворачивался. И его мяч практически прибил. И, конечно, возможности овладеть им не было. Снова прихвачен Александр Котов. От зоны его отсоединили. Но есть на первых рубежах Александр Ермаков. Забрасывает Александр Ермаков. Ну и вот она, замена Владимира Салмановича Максимова, о которой я говорила. Дал немножко передышки Котову, Ермакову. И эта связка вместе с возвращенным в оборону Романом Остащенко возвращает в этот матч
Снова эти качели. Это не 5 мячей преимущества. От них остается только 2. 3 мяча отыграно. И обороняются. Чеховская команда взмывает воздух. Иванов. Очень хорошая атака. Но тут справедливости ради скажем, что Артем Грушко за мячом наблюдая. Даже если бы не мимо ворот он пришелся, я думаю, Артем Грушко парировал бы этот бросок. Хотя он, еще раз скажу, был хорош. Редкий такой высокий прыжок. В сегодняшней игре мало кто смог их показать. Остащенко. Стяжку для Котова начинает. Но вот они, вот эти остановки. Невозможно, которые остановить, предвосхитить. Котов чуть не ушел от цепкого Белевцова. Тем не менее, Илья останавливает Кирилла Котова. И тут начинается простейшая двойка. Ермаков держит заслон. Белевцов чуть-чуть остался. И внимание обратил на Ермакова, который предыдущую атаку реализовал. До него мяч дошел. И тут же наносит такой сокрушительный удар Котов. Остается один мяч, чтобы счет в игре сравнять. Ошибается Белевцов. Два защитника на него выходят. Ну и то, что прогнозировалось, собственно, можете вы здесь наблюдать в жизни. Замены произведены. Ермаков, Котов. Это двойка. Кирилл Котов, посмотрите, все чаще и чаще двойка начинает с Александра Ермакова. Тем же самым, я уверена, сейчас займется и Артем Кулак. И вот она уже равная игра. Два в линию оставляет Владислав Иванович Максимов. Емельяненко, Ермаков в линии у Чехова. Котов и Кулак в задней линии. Ну как он эту передачу? Просто, да как хитрющим образом Артем Кулак просто переигрывает защитников. Не на каких-то ложных показах, а на этой паузе мастерски взятой. Доводит мяч до Ермакова. Ну а статистика Александра Ермакова, по-моему, уже дошла в своей эффективности до статистики Данила Шишкарева. Вынужден Олег Ходьков брать тайм-аут, а я к этой статистике как раз-таки и обращусь. Попыток у Данилы Шишкарева к этому моменту 6 заброшенных мячей, и это 10 бросковых попыток, а значит, ну еще расскажу, эффективнее действует Александр Ермаков, и снова, и в общем-то наконечником атак своей команды выбирает его Владислав Иванович Максимов. 3 провел он безукоризненно, 3 мяча преимущества сгорели на площадке ЦСКА. Иванов снова уводит команду вперед на правом фланге после тайм-аута. Замена. Смотрим. Иванов в атаке остался. Дмитрий Киселев, да, там не рядом с зоной выхода со скамейки запасных. И Алексей Фокин, правый фланг. Олег Ходьков поменялся. Цинлук был близок к перехвату. И был близок к нему же Алексей Фокин. Агрессивнее в первую очередь в обороне начинает игру армейская команда после паузы. И виртуоз Артем Кулак сотворил просто еще одно маленькое гандбольное чудо на этих шагах. Посмотрите, как раскачал защитника. Красота, мне кажется, не успел даже руками поймать ни в одном из моментов Артема Кулака защитник, который играл против него. Пока здесь совещаться будут арбитры по строгости наказания в этом моменте. Белевцов. Его уход и встреча прямой рукой в лицо. Но это не Александр Котов, это крайний игрок Роман Остащенко. В лицо попал, и здесь 2 минуты
Да, это Демин. Извините, я Демин отправляется на 2 минуты, 5-е удаление для чешской команды. 21-21, счет равный. Гирик, и не на непривычной для себя позиции оказался и Сергей Иванов, и столь же непривычно она и для Артура. Рудя, позиция правого полусреднего, и там ошибается Артур в игрока. Но здесь даже правильнее, наверное, сказать, не ошибка. Рудя, все-таки широкие шаги он делал, но как грамотно подставляется Роман Остащенко вместе с Александром Ермаковым. И если полезные действия Александра Ермакова множить от обороны до атаки и обратно, то Александр, конечно, второй тайм самый опасный игрок. Вокруг него строится атака команды, и Котов, и Кулак. Они сейчас оба на площадке, но оба прекрасно понимают, как взаимодействовать с этим линейным игроком. Используют эту опцию. Ну и в обороне Александр показал, насколько эффективен и помогает. Ермаков! Теперь уже Остащенко выдает ему передачу. Саша, конечно, эмоционален, сразу вспоминается после вот этого торжествующего жеста и финал чемпионата прошлого сезона. Там Александр, ну не успел я прям 100 игры статистику поднять. Ну и там, конечно, надежность Александра Ермакова была залогом того, как команда игру провела. Все решалось на последних секундах, вы это помните. А вот как в обороне Александр Ермаков работал, насколько эмоционально свою команду вел всю игру. Это было, конечно, отдельное великолепие. 22-22 его же сотворил Александр Ермаков пока на отрезке второго тайма. Подключается он к передаче, и Котова тоже. Ермакова просто не удержать. Мешает Александр Ермаков, празднуя свою победу розыгрышу мяча. Да, здесь тут же следует наказание для Александра. По центральному кругу пробегал он в тот момент, когда игроки туда пытались доставить мяч. Это двухминутное удаление без заводилы. Атака и обороны проведет 2 минуты гандболисты Чехова. Ну, посмотрите, Ермаков каков хорош. Подключался и под край правый, и под левый. Но то, что в центре работает центральными игроками, отдельная, конечно, история. Ермаков. Паузу, потому что, смотрю, не второе ли это удаление Александра Ермакова. Да, второе удаление в игре для Саши. И в этот момент меньшинство обороны у Чехова появляется в атаке Денис Афонин. У ЦСКА Чехов впереди, 23-22. Сецинлу начинает стяжку, что тоже непривычно. А вот диагональная передача Дайонова. Это привычный момент. Как классно справляется с этой попыткой Дмитрий Ионов. О прогрессии этого игрока, который остался практически один на левом краю. И это, конечно же, проблемная такая просевшая позиция ЦСКА после того, как не видим мы Сергея Николаенкова на площадке. И знаете, как Ионов с этим грузом ответственности справляется. Этот момент просто великолепный. Ну и его прогресс отмечает не один специалист, который о гандболе мужском знает много. Дмитрий Ионов, его заброшенный мяч сравнивает счет в игре 23-23. Артем Кулак с мячом, Кирилл Котов и вместо удаленного Александра Ермакова Николай Емельяненко на позиции линейного. Остащенко, угрожая передачей на Емельяненко, в центр уходит. Такие руки арбитров, как Гирик там смог выбить мяч у Александра Котова. Ну, как противостоять физически, конечно, этому игроку. Я даже не знаю, назовите мне игрока, кому под силу в нашей российской суперлиге. А вот так хитро выбить мяч получается у Гирика, мяч у Чехова.
остается. Поднята рука арбитров. И вы спрашивает кулак, сколько передач осталось. Еще чуть времени для удаленного. Выигрывает Александр Котов. Ну и стенку под него будут выстраивать. Я не вижу по жесту арбитров количество передач. Бросок Котова. Ух, Тритынка совершил какое-то великолепие. Снова там замена в воротах. Кузнецов ушел с площадки. И Тритынку, посмотрите, как самоотверженно этот мяч доставал. От блока он уходил бы, если за лицевую. Этот мяч был бы у Чехова, а Тритынка сделал все, чтобы его спасти. 23-23. 9 минут остается. 8,5 минут сыграть в этой встрече. Как-то незаметно пролетел второй тайм, но, наверное, пронес нас по этим событиям. В первую очередь Александр Ермаков взвинтил темп и просто кусок игры середины, а точнее с 20-й минуты мы просто не заметили, наслаждаясь игрой Александра Ермакова. 23-23. Третья минута игры, 23-я, да, второго тайма. Фокин, смотрите, что там творит. Хитрющий Артем Кулак, и его переиграл на подборе Алексей Фокин. Подбил мяч себе и сохранил его практически так, качаясь вместе с Кулаком на этой шестиметровой линии. Иванова цепляли. Останавливал Артем Кулак. В рамках правил, и тем не менее, это 9 метров для москвичей. 23-23. Прогнозы сбываются, итоговый счет неизвестен. Грамм, Сковалев, сколько гандболистов, которые играли за Чехов здесь, на трибуне волейбольной арены «Динамо». Дмитрий Санталов тоже здесь находится. И, кстати, какой бросок исполняет Иванов. Еще раз скажу, классно мы про эффективность Ермакова поговорили, но уже не первый репортаж, в котором доношу до вас статистику Иванова. Да, он с один бросок, да, был его неточен, но он был сопротивлением, и уже 9 метров заработанных. Посмотрите, как реализует Сергей сам. Очень эффективен в каждом касании мяча практически Сергей Иванов. 24-23. Счет. Котов снова будоражит здесь защитников своими уходами. Смена темпа, ритма у Кирилла Котова, конечно, на высоте. Один из самых. Мне кажется, даже самый сейчас в составе чешской команды. Многолетний игрок чешской команды. Это Кирилл Котов. Александр Котов поспорит ли с ним в этом звании в детективной игре. Посмотрю эту информацию тоже, но это, да, одни из самых сторожил чешской команды. Иванов. После его атаки 9 метров. Остается москвичам. 24-я минута. 24-23. Болельщики здесь, конечно, переживают. То одна, то другая команда владела преимуществом. С той лишь разницей, что четырех мячей оно достигало для москвичей. И два мяча преимущества было у команды Чехова. Снова Антонин Скоробогаченко и Дмитрий Санталов на экранах Куба волейбольной арены «Динамо». И про Кулаков, про семью Артема Кулака вспоминали. Схожая ситуация здесь. Гирик с мячом. Еще один мяч вонзает. Он практически в ворота. Даже броском сложно это назвать. Действительно, вонзает один за другим мячи. Абсолютно не нравится это. Пассивная игра в центре обороны, наверное, в первую очередь, Владиславу Ивановичу Максимову. И он берет минутную паузу. Друзья, ну а пока мы ставим аут. Все внимание на медиа. Сейчас.
немножко напряжение снимают, конечно, этими кисс-камерами, хотя на площадке оно подвешено и наэлектризовано. Не знаю, кто успел здесь выдохнуть. Нам остается только вдыхать. Выдыхать будем на 60-й минуте, пока неизвестен исход этого матча. Владислав Иванович Максимов паузу взял. Снова его команда два мяча уступает. Ну и посмотрим, как после этой паузы расстановка будет. Смотрим. Ермаков и Емельяненко в линии. Игра с двумя игроками на этой позиции. Смотрите, как под правую руку. Это уже как тоже такой элемент тактический. Освобождает Илья Демин раз за разом практически край, уходя в линию третьим для Александра Котова. Пока мощных бросков он оттуда не нанес. Свободна была рука кулака, он не забросил. И на подборе Емельяненко точен. Но там еще и на позицию не успел Тритынко, да, вернуться. Очень динамичным получился момент. Никого из защитников подстраховки в первую очередь не было рядом с Емельяненко. Ну а с одним защитником дуэли он выиграл. ЦСКА впереди 25-24. И 5 минут остается до конца этой встречи. И смотаны игроки одной и другой команды. И лидеру своему и Олег Ходьков чуть силы сэкономил. Появляется на паркете Дмитрий Киселев. На ваших экранах он крупным планом. Вместе с ним Денис Афонин в центре, 72-й номер, Юлиан Гирик. Хочу сразу сказать, и заброшенные мячи Юлиана Гирика в сегодняшней игре. 4 мяча забросил из 6 попыток. Более яркие моменты у него во втором тайме удались. Афонин за спиной, оставляя защитников, Александра Ермакова, по-моему, зарабатывает пенальти. Киселев, два замаха, ну и вот они пригодились. Свежие эмоции и силы Киселева. Без промаха реализует он моменты 7-метровой отметки, 26-24. И под стать счету на табло и секундомер. 27-ю минуту начал отсчитывать он. Теряют футболисты Чехова мяч, Белевцов. Юлиан Гирик свою команду успокаивает. Выталкивают там Михаила Жилу из зоны. 26-24. Афонин Михаила Жилу старается убрать. Что там от Киселева? От броска, но против него Александр Ермаков. Запоминающийся отрезок провел Александр в середине второго тайма до своего удаления. Но во втором тайме феерит не ему одному. Юлиан Гирик отвечает и точными бросками, и хладнокровием. Подстать хладнокровию Артем Кулака. Артем Кулака, кстати, во втором тайме не так много мы видим, как игрока забивающего, но здесь вот очень классно. Еще раз благодарю наших ребят, которые готовят трансляцию. В такую точку отрядили сегодня, что видно все эмоции. Там Кулак договаривался с Ермаковым о еще одном взаимодействии. Ну а пока добавить что-то есть Владиславу Ивановичу Максимову. Он берет минутную паузу при счете 27-24, лидерство ЦСКА. Три минуты остается.
показатели команд сравниваем. Самый результативный Ермаков и подключающийся практически под его заслон уходящий Емельяненко зарабатывает пенальти для команды. Определяли план на эту атаку вместе с тренером гандболиста чешских «Медведей». Определили. И Кирилл Котов к 7-метровой отметке. Подходит статистика голкиперов. 13 спасений на двоих у Павленко и Грушко. Средний процент отражений 32. И чуть ухудшает и Кирилл Котов еще и процент Станислава Тритенко. У того 7 спасений на двоих с Кузнецовым 9. Совершили они против, еще раз скажу, 13 голкиперов чехской команды. Это один из самых ярких показателей, которые лучше у чешской команды. Здесь же и лучший процент реализации, а вот количество удалений у Чехова больше. 6 против 3 от армейцев. Афонин, Гирик, до Киселева мяч доводят. Тот не останавливает атаку. Дмитрий Ионов ему отыгрывает. Как быстро пытается действовать Афонин. Его мяч смахнул практически Александр Котов. Для Михаила Жила пытался он доиграть. А тоже двое входят в линию. И подкрутка от Шишкарева. Не доходит она до сетки ворот. И заступает Артем Грушко. Остановили эту атаку. Не смог он вовремя мяч ввести. Александр Котов поднимается, бомбит с 8-метровой отметки. 27-26. Один мяч. Два мяча было преимущество армейцев до паузы. И планомерно, так дисциплинированно две атаки после тайм-аута Владислава Ивановича Максимова команда провела. Здесь сразу два игрока. Один из них защитник вратарской зоны. В зоне это Илья Демин. Юлиан Гирик, столь эффективный во втором тайме, зарабатывает пенальти на последних секундах игры. 40 таковых осталось, но этот финт, который мы уже видели, сработает ли сейчас. Владислав Мартыненко появляется в воротах. Серия послематчевых дуэлей, о которой в самом начале репортажа говорила я. Кубки России. Мартыненко и Кандыбин, я думаю, все эти фамилии запомнили. Мартыненко парировал мяч, а Кандыбин забросил решающий. Помнит это Евгений Киселев. Изучил манеру джокера Владислава Ивановича Максимова, Владислава Мартыненко. И спокойно в этот раз мяч забрасывает. 28-26. 20 секунд остается до конца встречи. Времени выиграть этот матч не остается у Чехова, а приблизиться максимально. Да, снова Ермаков, его 8-й мяч в игре. И, кстати, статистика Александра 100%. 8 бросков, 8 заброшенных мячей. Пытался преимущество вернуть себе. Вернуть себе Юлиан Гирик быстрым броском, но здесь со взятием паузы произошло что-то у судейского столика. А вот кому останется мяч, здесь придется разбираться. Олег Тарасиков первый в этот спор вступил, и за армейцами мяч остается. Тайм-аут положили до этого броска Георгий Заикин и Олег Ходьков. И у них же мяч остается, они смогли воспользоваться, да, этой взятой паузой. Мы тоже послушаем, наверное, тренер. Yeah.
Ну что ж, у армейцев останется 4 секунды на атаку. Теперь они ее попытаются провести через Дмитрия Киселева. Он готов ее исполнить. И в девятку мяч залетает вместе. Не с сиреной. Еще секунда была до конца. И итоговый счет не 28-27. Как пока у нас остается. Да, здесь успевает добавить еще один мяч. 29-27. Золотым этот гол назвать, конечно же, еще рано. Еще игра в Чехове, которая состоится 19 мая. Совсем скоро небольшая пауза у команд на то, чтобы провести ответную встречу. 4 дня. Всего как 4. 3 остается. 2,5, потому что через 2,5 дня. Еще раз напомню, чтобы не путать вас, 19 мая ответная встреча в Чехове. Ну а станет этот мяч, заброшенный с последней секунды на 59-й секунде Дмитрием Киселевым решающим или иначе сложится встреча, мы с вами совсем скоро узнаем. И если томительная была пауза между этими таймами, то насколько томительным будет ожидание этой повторной встречи, тем интереснее оно и будет. Поздравляем армейцев с победой, 29-27. Таков итоговый счет этой встречи. Ну а я благодарю бригаду нашу, которая подготовила для вас эту трансляцию. Спасибо им огромное за ту яркую картинку, которую мы с вами увидели. Ну и нас с вами еще ждет, еще расскажу, повторная встреча. Регламент этого чемпионата предполагает в полуфинале встречи такого формата. Здесь ожидаемо лучшим игроком в составе чехской команды, команды «Чешские медведи», признан Александр Ермаков. Это его яркая игра позволила команде вернуться в игру и сделать это максимально эффектно. Александр заслужил, конечно, всяческих похвал после сегодняшней встречи. Ну а самым результативным игроком по итогам всей игры Александр Ермаков. 8 заброшенных мячей. Близок к этому был результату Даниил Шишкарев. У него 6. И со стороны московской команды лучшим становится им. На этом с вами прощаемся. Этот репортаж для вас провел ваш комментатор Надежда Муравьева. И, конечно же, вместе с вами ожидаю повторной встречи. Напомню, вторая пара, которая играет и бьется за медали, это пермские медведи и Виктор. Поэтому интересного нас с вами ждет, конечно же, еще очень много. Спасибо вам за это, за внимание к этой игре и до новых встреч. Победа ЦСКА, с чем мы поздравляем всех болельщиков и попробуем сейчас осмыслить, что же сегодня произошло. По-прежнему у нас в студии Владислав Космодемьянский. Мы, Владислав, хотели узнать, что вы сделали с Евгением? Устранили конкурента? Да нет, какой он конкурент? Просто остались сильнейшие. Все правильно. Тот, кто выиграл, тот и остался. Да, ну вы просто опытный более человек. Ну, и оказалось, не более сильный. Итак, давайте подведем итог здесь от вас. Мы ждем такого заключения по аспектам. Получается, у нас тоже было, по сути, 3 игровых отрезка. В начале второго тайма удерживали то преимущество, которое было. Середина просела. В конце, вот концовку, можно сказать, что вырвали? Или, ну, такой результат, которым потом не будешь
Нет, можно сказать, конечно, то, что концовку все-таки переломили, судя по тому, как в середине тайма складывалась игра, она могла и сложиться не в нашу сторону, не в сторону ЦСКА. Поэтому здесь то, что ребята собрались и все-таки закрыли центр своей обороны, справились с линейными, не в полную силу, все равно последние мячи были забиты с линии, справились в центре обороны, перестроились и не раскисли, не расстроились, то, что начали там ничью играть, и то, что такое преимущество упустили, не сделали его больше. Поэтому это можно сказать, что концовка была за ЦСКА. Игра вратарей во втором тайме. Игра вратарей, да. Грушко вышел, и Артем помог опять, как бы скажем так, дуэль по вратарям. Дуэль в этот раз выиграл Чехов. Но по потерям невынужденным выиграл ЦСКА. Там 11 потерь, очень достаточно много у Чехова, и всего 4 потери у ЦСКА. Это и, может быть, даже сказалось на этом счете. Вот тренерские решения возможные, которые мы обсуждали в перерыве. И вот эта вот тренерская дуэль и конкуренция здесь, ожидание ваше оправдало? Да, Чехов перестроился на 4-2, какой-то момент перестроился в два линейных, убрали даже с левого края Рома Остащенко, левого крайнего, там может быть какая-то травма была, я не заметил. Поэтому это дало свои плоды, и как раз вот здесь и ЦСКА растерялась немножко, когда на 4-2 перестроились. Вроде сначала даже казалось, что они разобрались под личную защиту, попроще начали защищаться. Один вышел, один остался с линии. Но все равно потом через линию очень много таких мячей, передач заходило, которые могли повлечь за собой и преимущество Чехова дальше по счету. Да, были перестроения, и в ЦСКА были тоже перестроения, потому что они, опять же, сыграли в простую защиту, выход и с линейным до конца, что в итоге и принесло защиту 1-1. Посильнее ЦСКА оказался. Но игра получилась настолько напряженная, что даже мы просто от просмотра, мне кажется, устали и настолько выжаты. И в этом сезоне это первый матч, который заканчивается с преимуществом в два мяча. Два мяча, да. Но мы в уме держим прошлый финал, да, когда ЦСКА с преимуществом в 6 мячей выиграла, да. И там в Чехове мы также проиграли 6, и поэтому мы держим это в голове. Это преимущество, ну так скажем, больше моральное удовлетворение от игры, то, что мы сегодня сражалась сегодня ЦСКА, скажем так. Ну, работа тренера сейчас будет сделать все, чтобы вот как раз предыдущие матчи остались вне как-то памяти и мыслей наших ребят. Ну, здесь, да, конечно, надо поработать, забыть эту игру. Это, как мы и говорили, да, надо забыть эту игру, забыть предыдущие. Это уже история. Это уже история. Надо выходить опять ребятам и думать о том, как играть. И за 4 дня, конечно, чем-то удивить уже, ну, практически невозможно. Надо просто разобрать свои ошибки, почистить, где не получилось, где не сделали установку тренера, где не переиграли вратаря, что по защите не получилось. Немножко почистить свои огрехи. Получится 2-3 тренировки у ребят и выходить уже на новую битву. Опять же говорю, преимущество 2 мяча, оно не дает большого преимущества. Оно может измениться в течение 30 секунд. Ну, по результату преимущества нет, но с точки зрения психологии, мне кажется, что вот заключительное взятие ворот в исполнении Киселева – это очень важный психологический момент, потому что по итогам всех предыдущих матчей мы, как правило, вспоминали, а что не получилось на последних секундах. Вот здесь, в эти 3 дня между играми, мы будем вспоминать, что была, как говорится, тактика, была задача, поставленные в тайм-ауте, как сделать розыгрыш, что нужно обязательно здесь еще один забросить, и это было достигнуто. Да, 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 вовремя взяли тайм-аут, не стали ждать, когда там ребята будут разыгрывать. Тренерский штаб вовремя взял тайм-аут, там видел, конечно, за столиком, что хотели еще несколько секунд
забрать. Положили вроде как раньше. Ну, 4 секунд хватило для этого броска. Да, убрали вратаря, поставили второго линейного и сыграли, то, что сказал тренер. И я так думаю, Дима попал в ворота очень хорошо. Но такие матчи — это, конечно, лучшая реклама, пропаганда гандбола. Потому что, ну, когда команды показывают в течение всего сезона настолько близкие результаты, можно просто посмотреть результаты прошлых матчей, это тебя заставит прийти к нам на арену. А те, которые сегодня пришли, болельщики, они обязательно будут следить за продолжением. Возвращаясь к тому вашему интервью, которое я сегодня уже вспоминал, вы как раз об этом говорили, о том, что, к сожалению, вот недостаточно ребят в детских секциях. Это было, насколько я помню, интервью там 2-3-летней давности. Какую-то положительную динамику вы видите? Ну, опять же, всплеск динамики всегда шел после Олимпийских игр. Это самый большой. Когда наши ребята выигрывали Олимпиаду, сразу был всплеск. Девочки выигрывают Олимпиаду, опять всплеск не только у девочек, но и у мальчиков. Это пропаганда гандбола. Сейчас, да, сейчас видно динамику, то, что родители, может быть, то поколение ушло, когда дети сами по себе захотел, пошел на секцию. А сейчас родители целенаправленно ведут на секции, на любые, это не, в том числе и гандбол. Динамика есть положительная, то, что люди в основном начали заниматься спортом и начали на это обращать внимание, что без этого невозможно дальше жить, работать и детям, и всем. Поэтому здесь, я так думаю, в секции идут. Я сейчас далек от набора, но разговаривая с детскими тренерами, я слышу от них, что да, есть набор, можно набрать. Но все равно по-прежнему мы не такие виды спорта, которые прям безоговорочно родители ведут. Все равно есть сложности, есть уже занятые ниши где-то в регионах другими видами спорта. Хотелось бы лучше, скажем. Есть к чему стремиться. Есть, сейчас, конечно, мы послушаем послематчевое интервью и после этого в студию вернемся. Поздравляю с победой. Она еще не окончательная, но как старт? Доволен результатом сегодняшним и преимуществом? Спасибо за поздравления. Ну, конечно, довольны и результатом, и то, что получилось выиграть. Чешские медведи — серьезный, балансированный противник. Вы все прекрасно видели. Поведя 5 мячей, у нас случился затык, не получилось нападение. Команда противника перестроилась на 4-2, доставила много проблем в центре защиты и сумела подтянуться, где-то вышла вперед, но ребята молодцы, все собрались и играли до последней секунды, и из этого случился результат, мы вытерпели, выиграли, победили 2 мяча. После кубка вы играете у этого соперника, сегодня было проще справляться? Да. Сложно ответить на этот вопрос. С Чеховым всегда игры принципиальные. Неважно, это кубок, либо регулярный чемпионат, либо плей-офф. Мы всегда настраиваемся на битву, на бой, потому что знаем, кто против нас играет и как играет. Поэтому всегда какой-то особый настрой на эти игры. Спасибо большое. Достаточно осторожное интервью, без каких-то сенсаций, но здесь, естественно, ребята понимают, что даже не то, что половина дела сделана, нет, наверное, все основное впереди. Но от второй игры, Владислав, чего вы ожидаете? Вы настолько точно в прогнозах попадаете? Да нет, там, конечно. Что сейчас я от вас жду какой-нибудь хорошего прогноза для нашей команды, и пусть он сбывается. Сейчас от ножа пойдет. Вторая игра, это уже будет уже эмоции рулить, уже там все будет от ножа, и люди будут бежать, люди будут забивать, здесь уже будут люди убиваться. Игра будет тяжелая. Тут главное не пропустить и не оторваться, и не дать оторваться сопернику в начале игры. А когда вяжешься в бой, там уже попроще всегда играться. Хорошо. Скажите, как молодежь наша, ждем ли мы пополнения от вас в
взрослых командах. Да, некоторые ребята уже готовы, уже стучаться в основную команду. Понятно, что мы в этом году первый раз в высшей лиге. Было тоже тяжеловато против мужчин играть, против мужиков, скажем, таких уже крепких, матерых мужиков играть. Ну, мы для этого туда и вошли, чтобы ребята получали опыт, хоть они там и младше многих, но для этого мы вошли. Да, есть ребята, которые бьются, стучатся, но мы потихонечку их вводим в состав и потихонечку будем уже, некоторые игроки уже в следующем сезоне перейдут уже в основу. Называть не будем, для того, чтобы за лето корону не надели, не расслабились и все результаты обратно не откатили. Ну что ж, хороший сегодня получился эфир, много всего полезного узнали. Во-первых, пополнение растет, во-вторых, сегодня победа, в гандбол люди идут. И самое главное, 19 числа нас ожидает очень интересный матч. Надеемся на поддержку наших болельщиков, вообще на внимание зрителей, потому что будет на что посмотреть. На прощание, Владислав, слова для наших зрителей, болельщиков и команды. Ходите на гандбол. Это лучшая игра с мячом. Вы видите, какие эмоции. Приходите, приводите детей. Не стесняйтесь, здесь все как одна семья. Поэтому приходите, мы вас ждем. Болейте, смотрите. Спасибо, Владислав. В эфире еще будет несколько интервью. Их вам советуем посмотреть. И после них, естественно, настраиваться на матч, который ждет нас 19 числа. Большое спасибо. Прощаемся. Всего доброго.
Поздравляю вас с важной победой. А как считаете, сегодня вот первый матч состоялся в серии? Довольны результатом и преимуществом? Ну, спасибо за поздравление. Ну, что результатом? Конечно, результат положительный. Ну, понятно, хотелось бы, да, и была возможность ввели плюс 5 мячей. Ну, это гандбол, это не так просто, да, где-то был, может быть, эмоциональный спад у команды, да, где-то кто-то подсел физически, и из-за этого, к сожалению, там, не знаю, там, последние 15 минут не сыграли так, как играли, допустим, первым тайм. Ну, еще раз, да, это полуфинал, с кем играли, все прекрасно понимают, да, поэтому то, что мы выиграли, это большой плюс, да, с настроем сейчас провел собрание в команде, да, завтра уходим в тренировочный процесс, без выходных, команда готова работать, не бывает невыполнимых задач, да, все зависит от нас, от нашего настроя, желания и так далее, поэтому будем готовиться, разбирать игру, свои ошибки и играть только на победу. Удачи вам во второй игре, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, результат для первой игры критичный сегодня или все же он не играет такого большого значения? Критичный результат, а что такое? Критичный – это прям неудовлетворительный для вас результат. Ну, конечно, мы же проиграли, поэтому результат неудовлетворительный. Но есть ответная игра. Что? Но есть же ответная игра. Ну, когда будет ответная игра, тогда будет видно, что будет на площадке. А что сегодня пошло не так, по вашему мнению? Все здорово пошло. В защите или в нападении команда не справилась? В нападении, в защите у ЦСКА было очень хорошо, а у нас все очень плохо. Я вас поняла, спасибо большое. Все. Скажи, пожалуйста, а по твоему мнению, что сегодня не удалось во втором тайме против ЦСКА? Ну, не удалось где-то нереализованные моменты, вот где-то потери, на которых быстрее получили голы. И, в принципе, все, больше ничего такого не было. В чем-то выступление ЦСКА сегодня отличалось от кубковой игры? Да нет, ничего не отличалось, все так же, как и было, просто мы где-то не реализовали свои моменты сегодня, вот все, и вот результат. Ждем домашней игры, там будет все ясно. Спасибо большое. До свидания.